Просто. Ну просто там диск, артбук, все ну, дела. Ну в диске. Фигурка, да, вроде еще. А ну поехало. Не, фигурка только в коллекционке. А, только физическая копия, что ли? Физическая копия, да? Да. Спасибо. Да не за что. Если что, спрашиваю еще. Там стрим-то идет, нет? А, да, пошел стрим. Идет. Идет. Стрима. Идет. Окей, а вот динамическая тема, кстати, музыки такая, нет, два классная. Чип. Я знаю, музыки что, нет. Я знаю, что музыки нет, я обломал свой образ, скачал левый, поэтому буду запускать Осты сам. А тем предзаказу или всем? По предзаказу, я сейчас не вижу скин. Реально классная тема. Кстати, а сложно эту как ее, карточку американскую нет, зарегистрировать? Легко и просто. Нет, легко и просто. Надо, кстати, короче, пойти покупать. С Фубара звук тоже пошел. Да я тоже надеюсь. Ты что, Семен, у тебя проблемы с покупкой игр на ТДС? Нет, у меня, я говорю, я PS3 хочу брать. А, потому что меня, короче, Грин затроллил. Насчет. Там вопрос, Музон дойдет еще? Ну, Музон игры есть. Сейчас проверим. Да, есть. Это тема, это тема. А там, где ты живешь, PS3, что ли, нету? Нет, там есть, просто у меня ее нету, у меня она нахрен не нужна была. Теперь я так подумал, она, во-первых, дешевле, а во-вторых, игры на ней есть. Я решил взять PS3, чтобы не ждать DKS 2 на ПК. Алс, Руслан, скинь мне. Подожди. Фэн-код. Я имел в виду, ты у себя в городе не можешь нигде купить консоль. Почему не могу купить консоль? Я в Москве не, живу. Не, не об этом речь вообще. Он просто хотел, не хотел покупать PS3, теперь он хочет купить PS3. Влади, что скину? Такие дела. Просто Семен боится, что его ДС ведут. Да. Угу. Тяж, я как так бы понял, нет. У тебя американская. Да, у меня американская. Косплей Ази заказал. Да, это я... конечно. Но у тебя шита или какая? Не, не шита. Да, блин, переборщил второй раз. А, кстати, бабки... Тут можно было спрыгнуть же с стульчика и сразу туда запрыгнуть. Не или стоит. Нет? По-моему, нет. Во-вторых, бабки, кстати, в PS1 версии падают несколько иначе, чем на Сеге, да ебко на мать. А где эти френд-коды смотреть-то? Что-то предпоследние бабки хитбокс какой-то ебанутый чутка. Кстати, секундочку, я сейчас с музеем вот сделаю. Но воспроизведение переключу на репит. Где в фронт-листе, в фронт-листе. Заходишь туда, и там, когда ты онлайнишься, там есть френд-код. Я единственное, что не знаю, я как бы ее не патчил выше 4.5, потому что я еще хочу потом карик купить. Клел. Хотите прикол? Алло. На все внимание. Хотим. В общем. А я не хочу. А он не хочет. Все, не рассказывай тогда. Не слушай, замьют меня. В общем. Я пока не перестал играть, ну пока вот не начался мой недострим этого бандикута, я не осознавал вообще, что я болею. Стоило мне пытаться ебаться с настройками, я сразу осознал, что меня знобит, я сразу осознал, что у меня еще высокая температура. Это проклятие и вообще. Бандикута, все хорошо. Блин, ошибся. Ну мне нихуя. Во всем бандикут виноват. Нихуя не хорошо. Блин, что-то ботанская какая-то 3DS, там нужно ми характера какого-то делать. А, тогда... ми верс, ми чем там, ну этот маленький хуесос. Ну это уже на новых прошивках, если ты не хочешь, то... Да на Wii U уже все, мне кажется, было. Ну, это да, это с Wii U на 3DS пришло. Как я обломался на последней. А что ты поспешил-то? А, мне казалось, по памяти, что она падает наоборот на тебя и нужно ускориться. То есть я еще как-то пытаюсь памятью тут руководствоваться, или не рефлексами. Не берешь на реакцию. Обычно беру, но тут как-то... Взял бабку на реакцию чисто. Так, вот за жизнь я прыгать не стану, потому что я не хочу еще раз это проходить. Я сюда тупо ради бластеров пошел. Тут, короче, на какой сложности, кстати, можно сделать?
Ну уж со сложностью я уебываться тут не стал, я просто запустил, блин. А, ну на нормале. Да, то есть это норма, скорее всего. Я на Sega Marathon'е хотел ее стримить, кстати, на харде тренил, ну так, часа за полтора проходил. Ну это без стрима, конечно, на стрим бы, наверное, вообще не прошел. Кстати, что за вопрос? Омск ДВ имеет отношение к такой программе, как Шоколаблогер и с Нефёдовым? Лол. Ой, слушай, нет, не имеет. Ничего не имеет. Не-не-не, это не я задаю вопрос, это в чатике. Просто нет. Просто нет. А ребят, даже Озон научился отличать Омское ТВ от Омск ТВ. Да, понимаете, это... Я не понимаю людей, которые вот... Хотя, господи, понимаю, чё уж... Мы какое? Гребаный Нефёдов. Мы Омск, знаешь же, да? Гребаного Нефёдова. У меня был друг, он такой же, раз. Какой же мы Омск, блядь? Какой... Какие самолеты, блядь? Сколько танков было? Какие корабли? Сколько танков было? Сколько танков? Потому что, когда ты становишься здесь успешным, у тебя появляются наркотики и тянки, поэтому... Да, это уже было сказано недавно. Кстати, ёбнутые различия в России. На Сиге нужно всего две свиньи, здесь три. А когда ты смотришь только Нефёдова, у тебя появляется только это... Даже не знаю. У тебя рак ничего у тебя не появляется, а рак появляется, блядь, ты понял? Ебать, тут урода можно сделать, пацаны. Ты глазу свинью? Методы червяковой селекции. Да я про этот, про Миверс. Ну там какие-то, я не знаю, Maple Story, не слышал такую игру? Слышал. Но считаю, только такое же, только чувака, который рисовал, кастрировали руки ему. Вот получается Миверс. Пацаны, смотрите, настоящий Озон. Да это какой-нибудь чувак Никсон. Сейчас можно просто, я не знаю, хочется встать, потому что это одна из лучших работ. А, кстати, глич через эмуль был, он видел там корова, как внизу хуёво было ей. Кстати, я вот так вот по своей версии Джима ты не видел, даже не знаю, какие здесь отличия вообще, в принципе, от Sega версии. Музон, да, кстати. Музон, Грека. Немножко графики там, эти задники другие, и музыка. Вот, например, сейчас... Музыка просто CDI, качество как бы очень хорошее. Нет, например, на уровне ISO 9000 играют волынки эти шотландские, а на Sega версии играли вот та же самая, что сейчас, божественная, вот это вот. А на этом, на уровне там... В качестве этой саламандры или кем там плаваешь, там, такая же музыка? Да, лунная соната часть такая. Ага. И третья часть, по-моему, третья часть. Ну там последняя. Качество лучше как бы. Ага. Само собой. Почему Террария на стриме? Азаза. Вообще затралил игру. Тут? А, чё? Кстати... Ты можешь объяснить, почему 50 баксов карточка PSN, а на Амазоне 60 баксов? Такого раньше не было. А зарабатывать как? Десятка Амазону идет, нет? Чего там зарабатывать? Там все по номиналу все продаёт, все карты. 9.99 там. Да. Вот, кстати, еще момент. Здесь бонусы и тайминг, ну вот это, в смысле распределение времени на этом уровне, на PSN-версии немножко другое. Из-за того я могу соснуть. Это не Амазон продает, это продает какой-то Раддот, Тарич, сейчас скину нормально. Да, это не то. Смотри, там написано же, кто продает. Это хуйня. Я думаю, что разбираюсь. Это вообще не то, это prepaid карта, то тебе нет. Просто надо. Вводишь PSN карты, тут тебе выдают за 50. Нужно вот это. Вот он мне его и выдал, мне эту ссылку и выдал. У меня это другая карта, там даже, это не то продажи. Там есть специально, это... да, подожди. Это тебе не в цифре вообще вышлет его, это вышлет тебе по почте, блин, карту. Сейчас даже скин нормально. Да, это развод на доллары, это нормально, рядом. Digital код, там PSN карты дела. Вот скин. Блин, тебя скинул. Так я всем скинул, или Пирус только скинул, хрен знает. Всем, всем скинул. Да, никому не нужен вампир. А что это вы скинули? Какая тебе разница? Вот там вот, вот я там беру просто. Вот, Digital code или... А, Digital code, там, блин, такие digital code. Вот на 3DS такие были бы, было бы классно. Ну, в смысле, нинтендовские.
А то там эти гифт-карты, они еще и приходят, вообще не знаю. Ой, я сейчас, по-моему, просру по времени, потеряю жизни. Я пошел не туда и из-за жизни потерял кучу времени. А что будет, если в Марио, например, все время просрать? Ну, ты умрешь. Потеряешь жизнь. Ну, ты такой грустный музон, там пара-па-па-па, и ты умрешь. Просто вниз упадешь, как будто, типа, тебя убили. В чем прикол? Зачем тайм-лимит? Челлендж, очки, за очки дают жизни. Yes. Ты, блядь, не знаешь, что такое видеоигры, что ли? Я вот теперь number вам. Вот этот жанр не люблю. Просто непостижим. Не пытайся понять, злой он или добрый. Как бы в 99% старых видеоигр есть очки для того, чтобы получать жизни. Не, я знаю, собираюсь. То есть сейчас просто это не будет, сейчас нету в видеоиграх жизни там. А раньше были континиумы жизни. Блин, там. Я знаю, собираешь Соники столько лет, получаешь жизнь. Собираешь Марио 100 монет, да. Получаешь жизнь. Да, и за очки тоже дают жизни. Просто думал, что время из-за каких-нибудь ограничений кодинга, тупо челлендж. Нет, ну я тебе говорю, за время тебе дают очки. То есть все время, которое у тебя остается, оно переводится в очки. Вон там за 10 или за 100 тысяч тебе дают жизни. Господи, провалился сквозь трубу, охренеть. Кстати, уровень интересно сделан вообще-то. Вот этот вот. Там же есть... В Марио очень известный глич с черепахой. То есть, когда ты прыгаешь, за каждый удар за нее дается 100 очков. И, короче, ты ее зажимаешь там между кирпичами, фармишь очки, у тебя там 100 жизней можно набить за минут 5. И все спидранеры этим пользуются. Из-за этого глюченного, блин, куска земли сейчас точно меня засыпет за все камнями нафиг. А вот это... По пустой этой оболочке, да, прыгать? Влади, ты еще тут? Сейчас я тебе скину видео. Тут еще усугубляется тем в PS1 версии. Вот френдкод. На этом уровне просто-напросто вот этот кружок света сделан. Я не вижу, где я землю сбил, а где нет. Из этого очень-очень плохо. Ну все, меня завалило уже, считайте. Вон, глянь, Ханюш. Че там? 17 секунды. Ну как набивать жизнь? Ну, в воде этот код, френдкод, который скинул. Все, хана. С 20 секунды даже, можешь сказать. Может, а разве выживу. Это не пофиксили? С патчами. Типа, зашел, включил NES, качается патч в стендбай режиме там, да? Или чё? Нихуя, ты он что, дьявол. Ты про что, Дишан? Я не понял тебя. Ну, то, что... Бесконечной жизни. Или ты про что? Не-не, я имею в виду, похоже, пофиксили это в другой версии-то. Super Mario Bros. Нет, в каждой версии есть везде. А-а-а. Даже на 3DS, которая выходила. Просто помню трюк с черепахой из. Да. Но он во всех Марио, когда. Короче, это было. Не было. Где не было? На аркадках не было. Там Арина, помнишь, подходи. А, на аркадках? Сделать. Да, да, да. А, вон оно как, понятно. А как на аркадках не было? Падало это. А догадайся, почему не было на аркадках, блин, Ханёш. Чтобы деньги, вот почему чтоб деньги больше тратили, там же на монетах все. А, покажи, ну... пока не умрешь, новую монету не ставишь. Да, да. Поэтому вот на 3DS, короче, там часть, которая была, там тоже специально это сделали, и за это там даже что-то дают. Что-то типа местные ачивы там. Или арт какой-то там, что-то такое. Типа ты помнишь этот баг. Это как в Думе третьем, если вводишь старые читы, да? Типа у тебя хорошая память. Sort of, да. Так, тут часики справа должны быть. Да, это он, этот баг. А его как пофиксили на автоматах, не помнишь, Деш? Ну, просто не работает. Не знаю. Надо, ну, а что происходит? Что происходит, если ты пытаешься? Ну, умирает черепаха. А, умирает? Понятно. Просто это, панцирь, типа... Ну, да, я понял, короче. Исчезает панцирь? Ну, сейчас да, он поищу видео, погибает, поищу проваливается. А что теперь с этими друзьями делать, пацаны, в Миверсе или в этой? Завёз домой, без жопу. Ну так просто. Семью, ну, когда как можно это приглашать как игры в коопе? Это как в Стиме, на самом деле. Такое... А, ну, на самом деле, не совсем так. Можно джойниться-то в игры чужие.
Нет, ты можешь сделать скриншот своей игры, если поддерживать, выложить в сообщество. Или можешь нарисовать свой арт. И все будут его локать, ну ты понял. Кастрированная поебота какая-то. О, подождите, можно это, писюны нарисовать? Можно, писюны удалят. Нарисовать. А где удалят. Это, где рисовать? Надо красиво нарисовать писюны, значит, чтоб не удалили. Что за дурацкий серьез, где писюны удаляют? Ну там, чтобы... Там что-то детей разводили на фотографии гениталий, что-то в таком было духе. Да ты понимаешь, теряются все суть социальных сетей, ну, всех этих социальных вот приблуд, если там нельзя члены рисовать. Если не разводить детей на показ гениталий? Ну, не детей, ну, вообще. Детей в общем, да? Да. Понятно. Ребята, говорите мне, такая со второго. Нет. Я... Играй, там... мучайся. Ну, там Аркштейн есть, там это Скорпиониха, которая да походу... Да ёпама, я же просил гитинская сила. Вот, всё, меня Ханюша отговорил. Ну, Ханюша. От спасибо. Ну, Дарк то что... для меня... Ханюша Готи. Нет. Без спойлеров, Ханюша фу. Reused assets.avi. Пацаны, сколько сейчас PS3 нормально стоит? И где лучше подешевки взять? Слушай, Семен, давай в другое время, а? Уже зайди на avito.ru, посмотри. gbx.ru. Да. Да. Видеоигры.нет, если новую хочешь, ну и так далее. Найди пацана, который обменяет свою PS3 на твою дубленку. Или найди тянку, который сейчас на PS3. А у Семен нет дубленки, у него нихуя нет вообще. Не, ну вы не помните прикол, чувак? У меня парка есть, но мне нравится она, я не хочу ее отдавать. Старую, которую ты на дачу ездишь, какую-нибудь говнянную совсем, укатанную. Да у меня на самом деле дохера вещей, надоело. Которые можно обменять. Какие? Ну, там мне что-то батя постоянно привозит, то что я нихуя не ношу. Пир ушел. Пока. Встал и ушел. Под пока другую пир. Комнату. Пир врач. Что, у меня голова валит, капец? Да, черт, сдох. Болезнь. А, сдохла. А бля... это что за босс, чувак? Да что-то типа кокона, ездящего на одноколесном велосипеде. Окей. Он пошел Наруто проходить, лол. Молодца. У него там катсцена на час. Он смотрит уже час катсцену в игре, блядь. Cyber Connect 2 во все поля. Тут на видеоигр.нет. Эти катсцены в Наруто. Слушайте, я не помню, с коровами вот эта вот катсцена, вот эта вот заставка перед уровнем, она была вообще в Sega-версии? Конечно! Была, только там немножко другая. Не было очков, не помню. Этих очков и серфинга. Ну, ой, это блин, ты что, офигел? Ребята, я что-то не помню часовой катсцены. Я знаю, читал про одного долбоеба, который решил скипнуть титры в Metal Gear Rising, да? Вернул игру, и у него просто на паузу все встало. И он говорит... Да ну нахуй, час эти титры ебаны. А, да, да, я тоже думал, что я, короче, сверну игру и титры, ну, сами пройдут, потом открываю. Вот на Sega версии тут намного лучше бэкграунд, чем... Кстати, там совсем да. другой бэкграунд был, ну, там, да. Там, типа, ночь такая, там, типа... Там домики какие-то, деревья. Да, огромные. Домики такие. Кстати, на первом уровне тоже бэкграунд на Sega был поприятнее, там закат такой красивый. Не, ну все равно клево, что игры хоть чем-то различаются, есть какой-то ну стимул да. для сравнения проходить есть. Ну, если прям там угораешь по игре. Во, я знал, что ты будешь на этом моменте. Особенно на третьем уровне с этими собаками, там вообще пиздец. Пожалуйста, не говори мне об этом даже, я думаю, я хочу о третьем. Третий момент, собаки, будешь сосать. Вот еще в каждом... Ха-ха-ха. Сосать, сосать, ха-ха-ха. Причем в первом... Как этот мужик вчера смеялся. Он крутой. Это в таймгейле, что ли, который ты там каждый раз проигрываешь? Просто охуеть. Он мне никогда не забудется, он меня преследует. Я думаю, на смс поставить его смех. Дорого же, Грин? Или нормально? Tidus.mp3. Чё? Tidus.mp3. Да, блять, я... Из финалки которой. Я про цену. Ну вот, смотри, тебе цену. Тебе за 10 тысяч предлагают новую PS3 с 500 гигов хардом. Чё тебе не нравится? А кабель? Ну кабель отдельно купишь, если хочешь, да. Так а его отдельно нужно покупать или HDMI просто взять? HDMI всегда отдельно продавался. 300 рублей стоит.
А есть смысл щенков вообще перекидывать? Надо же вроде было бомбу. Тут за 12к, короче. Когда прибу четвертого, Пит взбесится и таких мет вешает, просто пиздец. А надо, чтобы они выживали, короче. Не, Семен, когда ты учти просто, что вот эта PS3, которая супер слим, да, она просто сам по себе достаточно хреновая, то есть там теперь вручную надо диск ставить, как на PS2, да, и так далее. Вот, но, ну, в принципе, ну, норм, как бы, да, вот за 10 тысяч ты можешь новую купить. Ну, в принципе, такая цена, вот 10, там, 9 тысяч ты можешь найти. Вот. Началось. А если хочешь бэушную, да, тогда можно, я думаю, что бэушную можно найти тысяч за 6, спокойно. А да у Питера, нет, кстати, ну, тут мутация различная от мультика. В мультике он просто становился огромной собакой. Я, кстати, не смотрел мультик по Джиму никогда. Клёвый, кстати, очень. Мы по ОРТ показывали, я помню. Ну, кстати, я смотрел, когда проебывал в школу, его в 12 показывали всегда. Да, там время было очень удобно, я уже вообще, не знаю. Просто я всегда приходил, проебывал, или болел иногда с концом. Всё-таки первоисточником был. Привет, пирог. Игра, а потом мультик. Как ты специально болел? Нурглу, что ли, поклонялся? Нет, типа там в куртке расстегнутый возвращался домой, такой, о, у меня сопли. И играл, короче, на 3DO в Gex, там, в чё ещё играл. Хитрый план. Ну, много всякой хуйни, короче. Нахущина. А, у меня ещё была крутая отмазка всё детство, типа, что у меня желудок болит. У меня мама верила. Всегда, блядь. Я просыпался просто типа мне хуёво болит желудок. Я такая, ну ладно, не ходи. Я так болею, что мне умереть хочется. А когда я учился, не болел почти ни разу вообще. Ну, по... Ну а чем старше становишься, тем болеешь тяжелее. Реже, но тяжелее. Да-да. Это что, иммунитет выработался, но если что-то новое подцепил, тебе пизда. То пиздец, да. То есть даже насморк намного тяжелее переносит, чем там лет 15-20. Да, там всякие эти... Осложнения. Осложнения после насморка, да. Аденоиды... Фу, господи, аденоиды, чё несу, блядь. Эти... Ладно, забить. Ну да, я понял. У меня был прикол, у меня в детстве было горло слишком узкое, и, в общем, как объяснить. У меня, когда слишком много мокроты в горле скапливалось, я задыхался. И мне постоянно скорую вызывали, когда я простужался. Охуеть. Просто везло, что я посреди ночи просыпался от того, что мне кислорода не хватает. Ты мог умереть, как бы, да? Да, вполне реально, просто от нехватки кислорода. Очень прикольно. Прикинь, живешь все время на грани, короче, там, типа, рискуешь жизнью. Каждый день, как последний день. Да. Насыщенная жизнь. Нет, потом со временем как-то все нормально. То есть сначала было реально, я помню, лет в 7-8 там был пиздец лютый, там просто дышишь очень медленно, чтобы у тебя мокрота просто не двигалась. Иначе она, ну если она тебя забьет, она тебя забьет, все, заказывайте там что там. Столько на столько на метров, там ясень, бла-бла-бла, Бадалык недалеко. Блин. Бомбу проебал, ну писец, еще и ничего нет. Я болеть не... То есть, ну, знаете же, дети любят болеть, да? Там, а, ну, что там, насморк, дома посидел зато. А я вообще стремался болеть. Печальная история. Но со временем как-то все стало легче. То есть, сами приступы были, ну, не такие жестокие, то что просто... Чувствовался, ну, комок большой, он реально мешает, его надо как можно быстрее лучше, ну, как-то каким-то образом удалить. Мне кажется, мне кололи адреналин по вене. Вот, но, как сказать, уже угрозы прям смерти со временем, она все меньше. Потом, что-то я помню, лет в 13, последний раз, когда я болел именно с приступом, меня просто... Даже до прихода врачей вырвало. И у меня... Ну, то, что... Каким-то образом вот этот процесс работы, он удалил этот затор из мокроты. Я уже то, что такой сижу в приемном отделении. Болевотный историй. Ну, сижу то, что в больнице, бля, ну, как, не знаю, в приемной там, что-нибудь палате, что-нибудь такое. Меня, о, типа, крутой уровень, кстати. Меня типа спрашивают, ну, типа, ну, что у вас такое? Я объясняю. А они то, что видят, что у меня уже хрипов даже никаких, ничего нету. Выписали, но выписали все равно через неделю, потому что, типа, говорят, serious business и дела.
знакомый DSFAX с пиратской PS3 сказал, что Dark Souls 2, блядь, это просто вообще пиздец какой-то на самом деле не игра. Он говорит, что там минимум стараний к ней приложено, блядь. Они просто сделали все в 10 раз сложнее и кривее, говорит. Кстати, а вот то же самое, в принципе, говорили. В то же самое, в принципе, говорили, когда выходил первый Dark Souls, кто играл в Demon's Souls, как бы, да, то, что Dark Souls говно, как бы вот Demon's Souls. Чип, закрой уши. Я же с трейнером пробился. Не-не-не, без полный спойлер не говорил, говорит, просто все стало кривее, еще здесь раз теперь сложнее, говорит. Вообще, а так вообще заебись, игруха норм вообще, говорит. Там есть моменты, когда ты просто тебя просто в жопу ебут, и все, говорит, заебись. Там даже есть такие моменты, когда у тебя просто стамины не хватает, чтобы бегать, и ты сосешь хуй так, что просто пиздец, говорит. Я не знаю, мне казалось наоборот, по ощущениям DKS. Да говорить такого мейп, что там типа DKS 2 типа хуже, ой, DKS просто хуже, чем Demon's Souls, Demon's Souls там душа была. Не, говорит, что просто, он говорит, игра стала, ну чуть, прикольная стала. Не, Грин, говорили то, что она реально проще стала. Вот единственный багор был, а то, что кривой, никто не говорил. Ну именно про DKS. DKS кривой, пиздец, не надо. Мне, например, вот казалось в сравнении первых двух, что DS наоборот гораздо, вот видно, что такая больше проба пера и очень много недоделанной DS кривости. Там даже дешевле она намного выглядит. Ну да. Локация чистая. Нет, DKS. Ну я и говорю, сделано, никто не говорил, что она кривее. Я говорю, что DKS говорили все, что она стала проще. Вот типа была самый. DKS кривее, чем DS. Ну хер знает, мне DS наоборот. Ну хуй знает. DS легче показался гораздо, ну, чем. Ну в DKS нет такого, чтобы ты застревал в текстурах, провалил или еще такие чудеса, там камера да. заходит по стену, то нам видишь. Вот. В DKS там вообще есть такая пушка, когда хочется неправильно перекатиться, ты в текстуру закатываешься, так слегка, да, короче, крипинг происходит. А потом тебя резко из этой текстуры выстреливает просто со скоростью 200 км в секунду, нахуй, ты улетаешь. Я только ну вот, я лично не натыкался на такое, а в DS я даже не искал этого и натыкался на такие проблемы. Это, наверное, специально к ним народ там находил или что-нибудь известно. А, нет, он сказал, что на полном серьезе, он говорит, это просто, говорит, ад какой-то. Там, говорит, они просто решили, он говорит, то, что они пиздели, короче, то, что игра легче будет, говорит, нихуя, они, короче, напиздели еще больше, чем пиздели, потому что игра легче станет. Он говорит... Я Лёх, у тебя лично... торренты, что ли? Ну, у меня знакомый, в смысле, лагает, торренты? Что ли? Я, наверное, кнопку отжимаю. Не, у тебя просто торрент чувствуется, качается. Ну, хуй знает. Алло, алло? Да. Лучше? Ну, ты ладно, ж вангует торренты. Ну ладно, похуй. Прям мамбля. Говорит, игра просто, говорит, стала такой кривой ужасной, говорит, то, ну, блин, мне это даже нравится. Ну, такой, знаете, мазохист. Не человек вообще, короче. Чистый Мегамен. Нет. Он говорит, теперь там стамина... Он говорит, одну вещь по конфирму... Там вообще стамина теперь... нулевой. Стамина тратится, говорит, на все, блядь. Вообще на все. На... Стоишь, дышишь, тратится стамина. Кончил, задохнулся, умер. Юдай. Он еще, говорит, конфирмил то, что по лестнице, когда ползаешь, то тоже стамина используется. Он говорит, если у тебя мало стамины, ты по лестнице поднимаешься, блядь, только заползаешь, перекатиться. Перекатиться, тебе тут меч в живот прилетает, нахуй, ты улетаешь с этой лестницы вниз, блядь, говорит, пиздец, говорит, и сразу не дай. Симулятор как... спать до полудня, блядь. Знаете, как это, был прикол, типа, I Am Alive, что-то игра, типа, распидрасила город землетрясением, и главный герой ищет да, свою да, семью. Да, знаю, знаю. И там тоже, на... там все тоже, на стамина на все тратилось. Знаю, там тоже было... все уже, блядь, заебало, что... Нет, я купил за 20 рублей, но я имею в виду, что... я не играл что... даже. И тоже там была механика, основана такая, что типа у тебя есть стамина, и она постоянно. Она из зимы, да, там она. Ты, как только ты сразу ползаешь, ты сразу восстанавливается там за несколько секунд. Ну, хуйня на самом деле там. Нет, там если как сказать, пересидеть, то у тебя как бы глобальная стамина будет уменьшаться. Там две стамины. Ты сейчас что за глобальная стамина, блядь? Он говорит, а что там это? Вот очень сильно поменяли управление, он говорит, блядь, некоторые вещи, которые делали в ДКС, говорит, будет сделать пиздец, просто, говорит, например, говорит, спуск по лестнице, я, говорит, блядь, уверен, что много людей просто умрут просто от лестниц, самых припосы обычных. Припосы стали проще, да, по слушай, ну чё пиздит-то, вот я сейчас играю, нормально все тут. Ну, он, говорит, просто не ожидал такой хуйни, когда на лестнице спускаешься, чтобы быстро спустить. Блять, скажи ему гид-гуд и пускай идет. Не, он очень гид-гуд, он очень гид-гуд. Когда говорит, быстро спускаешься с лестницы, ты просто падаешь и умираешь? Он, да? Говорит, блять, сам поиграешь, я не буду спорить. Ладно, пацаны, я пойду спать, 4 часа утра, я болею, мне хочется, но не знаю. Ну а так он там уже, да, ну еще я дохуя про фейс ролил, говорит, ну так, блин, говорит, играл в ДКС, быстро перебежься в все механики.
Пойду, короче. Удачи там со стримом, все дела. Пока-пока. Добро. Пока. Блин. Ну, ты хард путь выбрал, да? Там только... А еще там, там чернышки это... лежат. Рассказал про это оружие DLC-шное, да, которое в японских магазинах появилось, говорит. Он говорит, в некоторых классах вы его, ну, типа, одеть даже не сможете нормально, по сути. Оно будет слишком там высокий стат, говорит. А так, по сути, он говорит, ну, такое херовое это оружие вообще. Это, говорит, драки сворд, только, говорит, элементальная атака любой, короче. Говорит, сразу элементальная атака. Блин, ну, но, сколько говорит... можно просить, ебаный ты в душу, ну хватит чип, уже. Чип, чип, я специально тебе пирог, усиляю. Пирог, ну съеби, реально, ты просто затрахал. Ну ладно. Ну ладно. Благо, пирог. Да траханые овцы. Да, это тишина и лунная соната. Счастье есть. Вот, кстати, первого же Червяка Джима выпускали в HD на PS3, не знаю, где-то еще выпускали или нет. Там мультиплеер даже был какой-то, я помню, пришили режим. Тем HD переизданием, вот абсолютно недоволены. Я сколько знаю людей, которые обожают первых червячков, вот до 3D. Они тоже все плевались от этого переиздания. А что там такого плохого? Я вот играл, в принципе, ну нормально, графон подкрутили и все, собственно. Графон подкрутили, но понимаешь, его как-то так... Вот самая основная, вот некоопная часть, она неплохая. Но как-то графику перерисовали, все равно... Не короче, то. Просто не эстетично с, да, точки зрения альтфагов. Да, вот как-то вот это вот не эстетично. Ну, бывает такое, да. Прилизано, размыто как-то. Некрасиво. Ну это кому как чисто. То есть. Не, я вот HD переиздание второй части ждал, но что-то ее так и не было. Я бы с удовольствием перепрошел. Я даже помню ответы еще на многие из этих идиотских вопросов. Ага, викторина, да. Кстати, может я сейчас найду тут песню для викторины, которая играла. Секундочку. Какой цвет у красного оружия, Джим? Окей. Как не забавно, по-моему, зеленый. Да. Вопросы, конечно, наркоманские, а напрочь. Что такое манта? Вот этого не помню. Но вообще манта-щит, вот этот джимовский. Манта — это рыба. Манта-рей — это скат. Но здесь манта-щит — это вот у него, когда он перчатки поднимает, и получается щит. Как не смешно. Понятно. По-моему, ну, наверное, секретное движение для Джима. Заказал, короче, я PlayStation 3 себе. Да. Где заказал? Ну вот там, где тебе показал, там и заказал. Ты какой? Просто вот 500 гигов, да, за 10, который взял? Не, за 12 с кабелем, чтобы сразу все было. Да там за 12, там кабель только, если предлагать кабель, стоит 300 рублей реально. Ну, уже так. Поздно. Ну, ты, блин, как наркоман, конечно. Да. В колледже Джим играл. Ну, каким видом спорта занимался? Охренеть. Джим ходил в колледж. Надо еще этот теперь заказать. А, погоди, 12, который еще там второй геймпад еще предлагаешь? Да, да, да. А, не, ну окей, если тебе нужен второй геймпад, тогда нормально еще. Ошибся. Не нужен, но пусть будет. Окей. Вдруг первый сломается. Я приеду к тебе, поиграю. Вот, да. Господи. Как Семён играл у себя дома, не палящи. Эти вопросы, эти ответы. Да, кстати, смотрите. Может, что-нибудь постримишь? Да чё, я ДКС постримлю. Ну, во, молодца. Хотя Маби уже вроде забил. Да не, на своем канале просто постримишь все. Хуй с ним, с Маби. Все равно сейчас все будут стримить ДКС, блядь. Это как в прошлый раз. Ну да, кстати. Все будут запускать там на своих каналах сеть. И в день будет по 10. А, вот Маби, кстати, говорит, что не забивал. На самом деле нужно в коопе там чисто
например. Маби просто сказал, что недолго побегает, скажет вердикт и выключит, и все. Больше, кстати, не будет как бы стримить его. А, такие дела. Не Маби... целиком он его будет стримить. Маби стримить бы до релиза надо было, короче, стримить там. Вот как только появилась пиратка, самая жара это вот вбросить на форчан, да, под шансон. Да, вот это правильно, это хороший стрим. Эти вопросы просто не пипец. Понять, а зачем мне предлагать жизни, когда там никаких врагов, дальше они там почти конец уровня. На самом деле сейчас игр дофига выходит, а времени в них играть нету. Битгод. Куинон. Окей. А вот этот чудный, да, персонаж принцесса по имени как ее там. Как зовут принцессу, как ее там по-настоящему. Как незабавно ее зовут, как ее там. Душевная игра. Чебатя. Real Beef Hot Dogs, я так понимаю. Вилли говорит, что он от интернетов будет отказываться. А смысл-то что? Неужто так тяжело там на форчане в трейдике не смотреть и самому играть? Если бы Джим не был земляным червяком, кем бы он был? Коровы, конечно же. Не, корова это талисман, но что-то... Не земляным червяком. Не был бы земляным червяком, да, отличный ответ. Это неправильный, это я уже знаю. По-моему, ну, что просто Джим тогда. Тогда просто Джим. Обсёр. Значит, коровы всё-таки, ёб твою мать. В Impossible Quiz кто-нибудь играл во флеш-игру? Вот там вопросы такого же уровня. Кто царь зверей в Африке? Джим. Эрштворм Джимба. Черт возьми, да. Все, черви кончились. А это чё, Аксолот или кто это? Да, кстати, за кого ты играешь? Чип? Это нет, это не Аксолотль, я играю вообще за Саламандру и плавает то ли в мозгах, то ли в желудке. А, да, Саламандра. У Аксолотля жабры бы были. У кого-то кишечные Саламандры, пацаны. Нужно в плэг-инг добавить. Погоди, просвети, заполни мои пробелы в образовании. Аксолотль это... Аксолотль это, короче, личинка, ну как бы... Невзрослая стадия там какой-то саламандры, я уж не помню, как она называется. Она белого цвета обычно, как правило, у нее жабры наружу. Сейчас я тебе карту. Просто видишь. Помню такого, я не знал, как он называется. Да. Я Аксолотль знаю только из Дюны, Аксолотль танки. У Тлейлаксу были живые. Блин, по времени не успел. Это были живые такие эти цистерны для клонирования. Делались из, практически, грубо говоря, из женщин. И вот. Я тоже внутри чего-то органического нахожусь, поэтому я не так твой вопрос понял. Они есть довольно няшные, есть криповые. Я, походу, крипового нашел. Угу, да, это они. Вот, никогда не знал, как они называются, но они всегда няшками, мне казались. Взрослые они называются амбистомы. Амбистомы? Да. Неотеническая личинка некоторых видов амбистом. А теперь есть... блядский уровень с бомбой. Неотении это, короче, ЦП в мире животных. То есть они... Животные не достигают полной зрелости, но уже сношаются и размножаются. По-моему, так объяснить сейчас проверю. Говорят, кстати, что люди также появились. Это какой-то обезьяне просто захотелось потрахаться.
Лоу. Типа да, там дети мягче, у них скелет типа мягче, мозги как гуще. Стали расти. Мозги стали, короче, легче расти. Так там мускулы типа мешали мозгам. Сейчас, конечно, можно попытаться подтолкнуть бомбу и толкнуть ее с ракеты. Это даст огромный толчок, но как-то неохота рисковать, потому что в случае чего возвращаться далеко. Я даже не рискую как по катапультам стрелять, чтобы бомбу не зацепить. А, вот, при котором явление, при котором ноги на отдых, червей растений, при котором достижение полувозрелости и окончание онтогенеза происходит на ранних стадиях развития, например, на личиночной стадии. Эти движки на маневренность работают просто бешеное количество времени. О, Уранус правильно сказал, цепала славы эволюции. Самые наводящиеся свиньи, мать твою за ногу. Вася, я некоторое помню из уроков биологии, но уже очень плохо. Как бы общий посыл только помню, а деталей уже нет. Конкретные там значения точных слов. Клоуны детали. Блять, ну твою же мать, ну это надо было так. Рестарт. Уровень практически. Жизнерадостная игра червяк Джим на самом деле. Да, пока не начнешь бомбу толкать. Чипа, у тебя есть PS3? Есть. Ну так играл бы в PS3, это в DKS. Я говорю, она у меня ломаная, и мне нахер не нужна она безымбральная, честно. Много потеряется очень, считаю. Ну, будешь на ПК? Потом да. На ПК поиграешь, нет? Да в том-то и дело, если уж игру, то сразу в нормальную там. Ну тоже верно. А зачем ты бомбу толкаешь там? Расскажи сюжет вкратце. Да тут сюжет, тут набор уровней не связан, грубо говоря. А там в конце ждет босс, кусок сопли, блин, полуразумный. И по нему стрелять бесполезно. Нужно толкать бомбу, подорвать платформу, на которой он стоит, и она пойдет вниз. А это, кстати, объясняется как-нибудь? Или там тебе уровень дают, и ты уж сам должен сообразить, что там в конце босса... Нет никаких объяснений. А, то есть ты без бомбы мимо там пролетаешь, до конца уровня долетаешь, ничего не можешь сделать, сосешь, и только потом до тебя доходит, что ты да? бомбу должен толкать. Именно. Это круто. Маби, расскажи про близняшек, что ты вообще из Мамбла вышел? Да, зайдем в Мамбл, Маб. Дишел, кстати, не хочет рассказывать ту историю. Ты меня доебал уже этой историей. Ну расскажи, что ты... Я не буду уроки физики сегодня, Ави. Традиции марафона же. Ты, кстати, только на одном моем, по-моему, марафоне рассказывал. Если ты задонатишь... А, еще кто-то смотрит марафон, кстати, как бы этих... не местных, сколько там вьюверов. Бля, я забыл про кстати, счет. МГС очень много кто смотрел, 120 вот человек МГС, там. Да, я видел, там под сотню было, а сейчас интересно, сколько осталось. Ну там какой-то Люцифер смотрел, еще кто-то. То есть человек 5 было. Ну там я. Ну на его всего было так хрень. Нас смотришь Люцифер, пацаны. Блин. Если донатишь 5к на следующий марафон, я тебе расскажу историю. Ну ладно, не 5к, а 1000 рублей. Да что-то жирно. Ну ладно, все, не расскажу. А PS3 сразу покупать не жирно. Хотя бы 10к, так что точно. Хотя бы 100. Но PS4 я еще не купил, я хочу PS4 купить вот прям когда выйдет этот. Ну это у тебя не делается. Семен, чуть а больше, если ты сейчас еще отзовешь войска с Крыма, так я тебе сразу вообще расскажу историю.
Ну, пирог, не могу я отозвать Майсика от Крыма. У меня не в тех структурах родственники, скажем так. В каких у тебя структурах родственники? Да ни в каких уже структурах. Просто на госслужбе. Семен, расскажи историю. Библиотекарь, какой? Что ли? Как я не вижу. Типа того. Щетки. Какую историю ты? Задонатишь, расскажу. Понятно все. Я уже вам рассказывал историю, как я хуй сосал. Так Рики задонатит. Сейчас Рики задонатит. И не напоминай. За эту историю, мне кажется, все сами готовы задонатить, чтобы ты ее второй раз не рассказывал. Ну, тогда все спрашивали, наоборот, интересовались. Да мать твою за ногу, что ж я так... Четвертак, ты спрашивал, за сколько я так говно пройду этот уровень? Замеряй. Про сломанный хуй. Если это сейчас... Не про сломанный. Будет жесть. Потерять все хп на этом уровне, это просто, я не знаю, вершина позора. А, или ты имеешь в виду ту историю, которая... Блядь, про сломанный хуй — это другая история. Одна история лучше другой. Ну, про сломанный хуй — это, короче, такая история. У меня как-то был ну вы поняли, нонфопофон, короче. Нонфопофон, да. Я сидел, потом на меня накатила волна разврата, и я начал целый день порнуху смотреть, но не фопал. Ну, вернее, как, фопал, но не кончал. Короче, я так сидел, наверное, день или два, и потом смотрю, что-то у меня из писюна кровь, короче, течет. Я пересрался там, писюн сфотографировал, тред создал на сосачке. Зачем идти к медику, да? Лучше тред создать, блядь. Ну, я к медику. Я, во-первых, по-моему, тогда не прикреплен был никакой поликлиник. Лучшая история, блядь. Ты ебанутый, тебе это говорит, да? Я умоляю, скажи, что ты гонишь. Не гоню, там... Я бы, может, вам даже фотку своего писюна выслал. Нет, просто вот потерял. И, короче, я... Мне потом этот в Steam сбросишь. А я её не найду. У меня её нет с собой. В общем, я, короче, в трех местах я спрашивал, что делать. Я бумажники носил, делать. Если честно. В трёх тредах? Я на медаче создал, на медаче медленно. Я, по-моему, то ли в Б, то ли в реквесте создал еще. По-моему, в Б. В Б это, конечно, был глупый шаг. Да Б тогда еще более-менее. И на Йобе, короче, тоже спросил. Когда на Йобе сидел. Блять, да ебанать, ну. Ты ебанутый, блядь. Что мне, я могу сказать? Мне так же сказали, но я немного пересрал, думаю, блин, из писюна кровь течет, что-то нехорошо. Потом, короче, сказали, что от напруги, видимо, там сосудик или капилляр треснул или что-то. Сказал, просто чего тебе хер кровоточит? I'm okay with this. Но он не так сильно кровоточил, он так чуть-чуть, знаешь. Там, вот действительно, на фотке мне говорят, что ты, короче, врешь, это кетчуп, все. Ну, правда, как кетчуп выглядел такой. Спасибо. Может, ты действительно там кетчупом у себя бил хер и думал, что у тебя кровь идет. Не ампутировали, а, короче, никуда решил не ходить, ничего не делать, потому что зажило. Ничего не болело. Как вот так два, жену убил и забыл, так и тут. Кетчупом измазал, все хорошо. Зачем... Зачем жить, если нет тебя, да? Все, всех проебал, нахуй, пускай. Да. А ты это его к палке прикручил, как виноград, знаешь, чтобы он ровным был, чтобы точно тебя выровнял. Гипсом поставил. Что, что? Чтобы Рус обвивался вокруг палки, да? Сука, пирог, блядь. Не, маги, не болели. Блядь, пирог, я тебя ненавижу, я так все щенят проебал, еще ты здесь со своими теориями. Но это еще потом, это до было как бы большого нонфопофона, потом я где-то 2 года не фопал, тоже ничего не болел, все нормально. Блин, да так что все это пиздешь, пацаны, не фопайте. Все, мне пиздец. Он, по-моему, 15 слышит. Нету простатита. И какой. На массаж, короче, как суперходер не ходил. Ты это знаешь, это. Простатит от какого, от того, что ты не попаешь, это просто пиздец, блять. Кто вообще это придумал, эту хуйню? Те, кто фопает. Те, кто с ног на диване сидят, да, я понял.
Ну, кстати, диванные медики вроде себя. Диванные медики, да. Может быть, блин, в моем случае фапы оправданы, потому что я в основном за пекой сижу. Фап, как ты оправдан, блядь? 2014 год. Как это оправдывать? Фапы вообще нахера его оправдывать? Ну, не знаю, просто так. Потому что когда не фапаешь, лучше себя чувствуешь. В смысле, совесть не мучает или чё? Да нет. Тебя совесть, ладони не чешутся. Просто, когда фапаешь, ну как говно, себя постоянно спать хочется и так далее. Дорогая редакция, что за пиздец? Прикольно, да? Привет, Классе. Классе, вот когда из хуя течет кровь, это нормально? Да, это прикольно. Это девственность, короче, потеряли. Так Семен потерял девственность, собственно. Каким нищим я себя чувствую? Он Фрост говорит, что это самовнушение. Почему тебя самовнушение? Блэк Фрост в чате. Так, у меня там кто-то что-то спросил, и мне послышалось. Почему тебя самовнушение? Потому что я проебал 4 щенков подряд. Ты что, самый Блэк Фрост? Да, вон там в чате. А ты, кстати, забыл Блэк Фрост. Чем отличался? Я помню, Дерп Фрост был пирожок и Жак Фрост. А Блэка я уж плохо помню. Шел бы ты отсюда, не фа. Я бы петух рассуждал об олдфага. А чё, я сам олдфаг. Олдфаг, ёб! А куда он делся-то? Почему тебе так плохо слышно? А ты, короче, пил один маску на голову, жми фонарик, зайди к нему домой с криками: где, блядь, Гриндан, сука, Гриндана мне верни, блядь, понимрай! Привяжи его к стулу и отпизди, блядь. Блядь, все пиздец. Я открыл банку доктора Пеппера, я забыл про него. 4 дня. Мамку доктора Пеппера, а? Мамка доктора Пеппера, блядь, была открыта. А чё ты так тихо говоришь? Unlock. Да пирог он всегда такой. Да нет, это не пирог. Тихо говорит. Это да, не пирог. Пирог тихо говорит. Это не пирог. Чего тебе? Тихий пирог. Блин, это микрофон. Все, забьешь. Пир боится бабку разбить. Опять все проебаны. Ну это еще пиздец. Сейчас будет кусать нахуй. Да. Нет, 15 хп не так страшно, как 30 от бомбы проебанной на самом деле. Пустой хотите, пацаны? Да. У меня, походу, сгорел бокс. Какой? Ван или обычный? Нет, 360. Как? Нахуй. Я не знаю, я, короче, отошел. Я отошел, у меня висел ДКС второй, ну, открытый. Картинка застыла. И ничего не происходило, я такой ва. А когда ты включаешь, какие огоньки горят? Никаких огоньков не горит, то есть, ну, зеленые огоньки горят. Так, сейчас, конечно. Пожалуйста, 2 минутки тишины, пока я попытаюсь это пройти, я нихера не могу сосредоточиться, я уже дико насосался. Сейчас просто охота пройти это и перейти дальше. Не тонись, да. Я сейчас такая паузу нажму и летанусь от вас. Ну а не мигает там ничего? Не, не, он как бы включается, но знаешь, такой, с таким звуком типа ревет немножко. И мы продолжаем сосать. Твою мать, это был последний щенок. Ладно, я знал, что мне будет стыдно за этот стрим. Но не думал, что настолько стыдно. Да еб... Сразу трещинка минус.
Да он издевается. Голубь переросток. Да просто, блин, нечестно. Сам сейчас насосался. Да, что ты будешь делать? И это смерть. Давай. А теперь давай раунд 4.
Я просто сам... Слушайте, это могло, знаете, что быть хуйня? Мне когда первый мастер ставил, когда еще, короче, я покупал этот бакс, он приезжал мне обновлять все. Была проблема, что он нашел там что-то вбитое в память или что-то такое. И скорее всего, криво снятый нант просто был. Да. И, короче, он сказал, типа, вот такая хуйня, я первый раз еще такое вижу, и как бы... И он что-то ебался несколько часов. И... Блядь, у меня даже не... Где-то у меня была, наверное, фотка этого нанта. Ну, вот этих ключей, там, фотка, да, с синего экрана. Да ключ-то хуйня, важнее нант, более. Понимаешь, нант снимается программа, которая запускается, ну, как бы, как игра. То есть это KX-файл. Ну, понял. Ну... Фейковые ключи есть, там подходы определенные, там можно это обойти, а вот нант ты хуй обойдешь вообще. Не, ну как бы видишь, нант строится у нас с этим сапуки вложенный, поэтому я не знаю, может по идее вообще можно обмануть. Тут я там что-то есть, да, фейковый нант, но я что-то видел, но это пиздец, это очень большая заморочка. Просто там, да, не, ну, слушайте, ну, они же они, короче, по сути виноваты, пусть делают. Да, ну то есть, да. Когда они тебе обновляли, они снимали нант или нет? Или они просто что-то обновили? Понимаешь, Диш, я, короче, я так понял, если я помню правильно, я пытался обновить Dash Watch, потому что у меня не запускался, короче, этот, что-то там не запускалось. Ну вот ты правильно сделал, нормально. Ну вот, после этого у меня, короче, слетел FSD полностью. Ну как слетел, то есть он, наверное, там был, просто он не загружался. И я такой, бля, ну и хуй с ним, короче. Я поехал, они мне обновили, я так понял, сам этот Dash, да? Обновили Kernel, я так понял, и обновили FSD-шку. И все, по сути, ничего не делали. Они убирали за полчаса, реально. Мы ушли, короче, они за полчаса сделали, и, короче, мы вернулись, он уже стоял готовый. При нем все равно. Понимаешь? Я сейчас единственное, что сделал, короче, я поставил апдейт на Kinect, ну, как на... Можешь с него, из-за него, это вся хуйня. Не, ну, что с него, у меня, я прочитал все туториалы, апдейт нормальный, у меня просто не работал Kinect вообще. А зачем тебе Kinect? Ну, у меня куча игр на Kinect, и меня Тян хотел, о, Kinect, давай Kinect. Короче, все беды от Тяна. Нет, вы не понимаете, я как бы в любом случае бы хотел эту хуйню, потому что мне нравятся Kinect игры и всякие там прикольные штуки. Какой-то странный слэм. Ну да, может. А что странного, там отличные потанцульки. Там танцульки там получим, да, да. Танцульки отличный фитнес-трекер там. Короче, дело в том, что. И я его поправляю, все было нормально, то есть все работало, все. Я залил по HTTP ему, короче, этот Dark Souls. И все, и запустил его. Поиграл, что-то там, по-моему, я несколько раз выходил из игры, входил. Все. Ничего не делал, я из первого города-то не вышел, я стоял в нем, просто альтабнулся. Я подумал, что у меня там проблемы с этими. Ну, с моими вечными, у меня тут раньше была такая хуйня, что у меня пропадал сигнал в тюнере. В этом новом ебанутом. Но это не оно, я включил PS4, все нормально работает. То есть, как бы, включил баукс в телек, хуйня та же такая, нет сигнала, говорит у меня. Хуй знает, может, HDMI сгорел. Я даже не могу... Ну, пусть чинят, блядь, я не знаю, у меня это, правда, завтра лень ехать, но хуй знает, ну, может, съеду. А ты попробуй через тюльпан подключить. Кстати, да. А ты как, кстати, возил ты его там на метро прям поехал, или как, или на такси? Ну, не, меня отвезли родители, девушка. Ну, туда норм вообще. Просто с этой коробкой просто что-то таскаться, ты, конечно, с боксом, со своим ходом идти, ну, едешь. Это печально. Ну, да. Ну, я могу, конечно, таксой это взять, ну, бля. Чип что-то от нас ушел совсем. Да нет, я здесь, когда прошел попилов, я вернулся. В таком тихом моде. Нет, у вас... Так, стоп, блять, ванна там не здесь. Сейчас корова как ёбнет. А ну забирай её. Забирай её, блядь. Почему корова взрывается? Потому что у неё бомба где-то спрятана, я не знаю. Вместо мозга у неё, по-моему, бомба. Ну, судя. Тоже ужасно. Ну, короче, Bloodhorn, блядь.
знаешь. Вот я говорю, у меня вот бакс также сломался, мне вот дико лениво было ехать чинить потом, да, что. У меня сломанная сейчас вот PlayStation 2. Я просто на самом деле даже не уверен, что у меня остались эти тюльпаны от бакс. Единственное, что мне жалко, это сейвов на DDS, которые у меня там все задрочено. Не, я хотел на самом деле в эту гитарочку поиграть, может быть. Не знаю. У меня есть на PS3, конечно. У меня Батхёрд. Друзья, конечно, это было странно привести Xbox и не смотреть, что они делают. Я просто обязательно смотрел. Во-первых, для того, чтобы в следующие разы самому делать. Зачем мне это нужно? Что я ну вот смотрите, сделали два раза хуёво, у тебя два раза слетел бокс. Почему бы не посмотреть, как это делают, не спросить? Нет, один раз он слетел явно по моей вине. Ну да, вот, а сейчас ты повез обновлять, посмотреть. Я вот просто, например, сам не знал, как обновлять. Ну слушайте, у них там было такое куча народу, что они сказали, типа, подождите нас, там, типа, полчаса, мы пошли, там нельзя было стоять. Я вот просто, например, когда возил, я смотрел сам, как все это обновляется, и все разы теперь сам обновлял. Хуй знает. Так удобнее и быстрее, чем куда-то ехать и платить, что за это. Ну ты самостоятельный, няша. Ну молодец. Слушай, а за сколько они прошили-то в итоге по деньгам? Ну все за штуку. Все косарь, все вот услуги любые, которые что-то обновить, косарь. Что-то дорого. Да не, нормально. Нормально. Ну не знаю, у нас за косарь вообще PS3 прошивает. Да не, даже не за косарь, то может быть за рублей 500. Ладно, за косарь консоль можно купить, а вы говорите. Какую консоль за косарь купишь? Горелый? Нет, в принципе, Зефир какой-нибудь старой ревизии, который сгорит через день можно. Там китайские эти, PlayStation. Зипа. PlayStation. Ну, PlayStation, да, китайский. Понятно, да. Я, кстати, был как-то в Ашане, видел там, типа, Sega Saturn 2 или что-то, Sega Mega Drive 2. Не-не, даже не за 500 рублей, за 650, я ошибся, больше 150 рублей водка для них, да, и 500 рублей, чтобы прошили. Ну, это типа, водка, чтобы это скидку сделали еще на 500 рублей. Потому что обычно 1000 стоит. Что тебя смущает в Sega Mega Drive 2? Нет, там Sega Mega... Ну, просто Sega Mega Drive 2 не существует официально. Mega Drive 2 модели не существует официально? Да. Естественно, нет. И Sega Mega Drive 4 еще был, у меня была Mega Drive 4, по-моему. Ну, вот 3-4 это наше изделие, где заплачено уже игры. Нет, с 3-4 я знаю, по-моему, вторая модель чем-то отличалась и... Не-не-не. Она выходила только что-то где-то в Австралии там или где-то в какой-то жопе. Там, где в основном такие китайские консоли идут. Так, что-то я вот тут закупил. Китайские консоли в Австралии. А как вообще туда игры-то? Там на флешке, что ли, заливаешь или конечно, что? Конечно, с Мегадрайв там два есть. Там на встроенной памяти, там вшитые уже игры. То, что сейчас продают всякие там Сеги, Дэнди и прочее, да, это... Там вшитые игры уже идут. Там куча игр. И все говно. Ну, я бы не сказал, что все говно. Нет, нет, они не говно, просто... На китайских консолях? Просто это Китай. Кто-нибудь постримьте с них, там можно, короче, видеозахват сделать? Ну, конечно, можно. Да, HDMI выход есть там в каждый день. Ну, я вот думал себе взять китайский планшетик с HDMI выходом. Попробовать просто класс. Ну, вот, типа, игровой! Ты там поиграешь какой-нибудь там, не знаю, Temple Run максимум. Вот чип я почитал, короче, Mega Drive именно нету, а есть Sega не, Genesis больше, 2. Ну, Genesis больше... же американская просто версия Mega Drive. Ну, Mega Drive... Классик, больше сейчас PS3 тянется. Это да, но Mega Drive 2 не выходил. Ну, окей. Китайский планшет с этой игрой. Ну, это достаточно, чтобы PS3 двигать. Тем более, блин, там еще стики есть. Ну, учитывая с ценами на фекалку, ее только если воровать. На минимум 500 рублей стоит. А зачем вообще в фекалку играть? Потому что ты пидорас. Хорошо тебе. Я не пидоразность, не надо играть. Класти, ты поиграл в этот в Light It Returns? Мало того, она мне понравилась. Но понимаешь, она хороша тем, что она говно. Но она отличается от третьей и третьей второй. 13-й и 13-й второй. Destiny is Destiny. Ну, я даже не буду спрашивать, чем финалка говно, блядь. Понимаешь, там сюжет несуразнейший, просто. Lightning, я, во-первых, не понимаю, почему Square взяли, что она самая популярная героиня в серии Final Fantasy. Я это абсолютно не понимаю.
Потому что ты сковал в юбке. Она была абсолютно безэмоциональна, абсолютно не харизматична. По минимуму там вот бой баба, воительница и так далее, ладно. Ну сквол в юбке. Самая красивая девушка в деревне. Так вот, а в 13.3 из нее черт знает что превратили, ее заставляют там, не знаю, ходить по магазинам, носить на себе усы. Там, это как разница готовить на кухне! Да, там прямо целая. Вот, сэра, бы меня сейчас увидел, я такая крутая повариха сейчас стала. Потом ее заставляют там выступать в каком-то мероприятии, он там пляшет на сцене, это, знаете, взрывает. Это как разница между Final Fantasy X и Final Fantasy X 2. А на самом деле, вот я считаю, что X2 крутая Final Fantasy. Нет, вот я считаю, что X2 крутая Final Fantasy, потому что вот часто бывает, что рассказывают какую-то там историю, вот это про спасение мира и прочее, и все, как бы мир спасли, все, окей, титры пошли, все, а что дальше было, не рассказано. Вот здесь 2 это как раз таки вот про мирную, грубо говоря, жизнь, да, вот героев. Блять, я до сих пор вспоминаю этот ужасный момент с массажем, где ты ебучей не играю, мне прям не хочу я больше вспоминать. Не знаю, не, я считаю, что X2 хорошая была. Вот просто именно этим 13.3 хороша, что вот без они, благодаря нее вот все три части становятся хорошими, потому что они отличаются. Ну просто 13, как обычно, мне не понравилось, она слишком серьезная, это, ну какая-то чушь, да, то есть кишка и прочее, да, вот по левел-дизайну. Вот. Ой, кишка. Ну вот да. 13.3 она пиздец. Хороша тем, что она, да, действительно так, по настроению. Просто 13.2, говорю, она там такая, более вот классический же RPG, то есть там нелинейность какая-то, ну не то, что нелинейность, как бы открытый мир, да, вот это все в 13.2, там J-pop, саундтреки и прочее, да, то есть вот я хочу в 13.2 поиграть, мне валяется уже давно, да, так да. И не поиграл. А вот 13.3 так легко она почему-то отдает иногда к Xenoblade, но в целом она приятна, то есть геймплей приятно. Плюс мне понравилось, что там от энкаунтеров с рогами не прокачаешь, там прокачка только от квестов. Сайд-квесты, конечно, паршивейшие. Принеси, подай, обнюхай, обсоси и так далее. Ну, босс-файты классные, то есть там по тактику усовет, но босс-файты идиотские. Ты убиваешь по очереди всех, ну, мочишь всех персонажей предыдущих фигурок. Сначала Нойла, потом Сноу, потом, по-видимому, по всему Фэнк будешь мочить. И в конце все заканчивается, что они мирно обнимаются, целуются и разошлись. А там все так, все бои, там как бы все сюжетные арки стоят на том, что ты находишь своего старого друга, он весь такой злой, на тебя огорченный, ты даешь пизды, он такой все тебя любит, ты лучшие друзья на свете, там, ну ты прав. А когда этот будет? Вся суть финалки. Версус 13 или 15, как это сейчас там называется? 14, 13, 15. Ну вот жду 15 очень, потому что геймплей, ну, ёбай-ёбай. Она... Самый лучший вариант. Она на этой будет, как на PlayStation 4, правильно? Ага. Блять, там на играх уже копии с этого купили из этих Амиран, блять, ебучих, и уже стримят на, там, на PS4, на PS3. Да даже на PS4 уже стримят. На пикапе тоже. Там выглядит. На арабском все. Ну сабы, я не знаю, я даже открывать не хочу. Там Кадима говорил, что сабы русские сделали. Ну я даже это открывать не хочу, потому что, ну, блядь, спойлер, раз ты нахуй. Закажи просто, пирог, закажи. Мне, короче, по Ground Zeroes там Морф скидывал, короче, вагон спойлеров специально просил, который на форчене, чувак, который, да, вот, играл в игру, вот, но я специально сохранил. Ну еще неделю две назад, как раз там был подавал. Да-да, я буду сверять, короче, типа, правда или нет, то, что если это правда, то будет печально, потому что ничего там такого крутого нету, в принципе. Там пони говорит, чип, что ты с музыкой не попал. В PS1 переебнуто, и именно вот это под как Inflated Head помечено. В PS1 реально по-другому трекеры оставили на некоторых местах. А, то есть это хитро. То есть это все правильно, музыка раз расставлена. Если я, конечно, не ошибаюсь. Репак от Чипана. Вообще, потому что этот на Сеге этот, эта музыка играла на бонусном уровне с бабками, на, там, ну, на первом уровне. Сэм, а ты прошел South Park, кстати? Сэм? Что? А ты South Park, говорю, прошел? Не. У меня не было времени. Блин, что меня так припекло от этого бокса. Ну так. Я тоже офигел, когда там у меня сломался, когда играл в Sleeping Dogs, блин. Sleeping Dogs была достаточно клевая, вот, и
на половине игры у меня бог задыхает. А прошел в итоге Sleeping Dogs 3? Да, прошел уже на PS3, потом прошел позже. Как тебе она? Ну, кстати, неплохая. Особенно, когда все ждали GTA, да, вот скрасть время до GTA самое то. Да, она была как раз очень. Да-да-да. Лучше Якудза. Нет, не лучше точно. Ну, это вообще разные игры, во-первых, начнем с того, да? Но если их, даже если сравнить их, нет, не лучше, гораздо хуже, чем Якудза. Ты в таком ключе спрашиваешь. Любая игра про восточные мафии хуже, чем Якудза. Точнее, лучше, чем Якудза, не могут быть, да? Просто... Ну, в общем-то, да. Якудза пока самая лучшая. Якудза, это вот, да, она поставила планку, как бы, блин, про восточные, вот, гангстеров восточные, да, все эти группировки. Это дает единственная игра, которая вот держится на высоте. Ну, хоть мне больше четвертый Якудза нравится. Я конечно, приукрашиваю, что-то, конечно, все слишком, блядь, эпично выглядит, я понял. Конечно, имплайнг на крыше, голые мужики с татуировками не дерутся там. Каждый день. Не, ну, как бы... А вокруг Деларна так и летает. Мне больше нравится Якудза 4, как бы, она, мне считаю, самая сбалансированная из этих Якудз, потому что в третьей было слишком много сирота проблем вот с этим вот приютом, вот, реально очень много было. Мне вот особенно проблемы Нигера, это вообще, блин, 10 из 10, я... Так долго эту майку американскую выбирал. Ну, блин, это какая-то, я не знаю. Там слишком много этого уделенного внимания. А вот четвертый самый сбалансированный, я считаю. Ну, есть еще вот Dead Souls, как Dead Souls тоже клевый, но это как спин-офф, так что мы его... Я четверку смотрю на Ютабе, там что-то пока, ну, лучшая вообще игра, которую я видел. Смотреть на Ютабе. Вот, кстати, да, Семен, то если PS, ну, реально, если PS3 показал, то... Так я ради нее хочу. То Якудза обязательно в первую очередь просто берешь, где, не знаю, где ты возьмешь Якудзу. Я Солбока заставил пройти первую и вторую часть на PS2, чтобы в третью поиграть, потому что все сразу в третью идти. Не, я, наверное, в третью или в четвертую сразу начну играть. Ну, там пересказ есть прошлых частей, так да, что... Да, я там... видел уже и пересказ, и знаком, в принципе, с сюжетом. Ну, вот. Не, Dead Souls тоже клёвый был, мне нравился. Ну, понравился в целом. Поначалу, как бы, я подумал, что это будет говнище было, потом в итоге втянулся, и реально классно. Там были реально крутые сцены, типа как когда, там я помню, значит, какой-то чувак там был, который рассказывал, уже готивый, чего не... там, который рассказывал как бы главному герою, как правильно осьминога разделать, в итоге он сам там превратился в зомби осьминога здоровенного, главный герой вспомнил, как правильно осьминогов разделывать, и разделывал его в итоге. Это реально было клево. Там, говорят, можно это, ну, в мини-игре в рыбалке вылавливать японских комиков, короче, зомби. Это пушка. Якудза 5 где, Сега, сука? Вот да, вот да, Якудза 5 дико жду. Никогда. Я уже японский учить начал. Но хуёво, правда. Я выучу японский, буду играть в японские игры. Где ты, блядь, слышал? Гайди, злогите. Сука, столько японских игр, я обязательно выучу и пройду их все. Да, Мор? Обязательно. I can't them all. Прекратите меня тралить. Я помню Ганди. Морф, я себя вспоминаю. Он стримил какую-то ВНку такой. Ну, я не могу читать, я могу только вот по голосу вот определить, по чем говорится. И да, там отдельные слова там, типа Нани, там, Кимучи, там, Ямете и так далее, вот только их переводить. Учи японский по аниме. Вообще, лучший способ выучить японский по аниме. Слишком густо. Ты в пизду, надо просто ехать и учить. Вон как Сианид, ему там работу уже предлагают в Японии. Сианид? Ну, ты, наверное, не знаешь. Я больше не такой парень с Твиттера. Я в Твиттере не сижу. Ну, вот, потому ты лох. Я летом хочу уехать в Токио. В Твиттер? В Твиттер. Я в Генсеке. Твиттер. Скрывайся, в Генсеке, там, в Испанце. Короче, я в Японию летом уеду, там война в России начнется, я беженец попрошу там, убежище. Всегда. Политическое убежище. Знаешь, что тебе скажут там? Пошлют там. Пигу го хо! Да не, там пан... Вайта пигу го! Или ты чеченец? Я не чеченец. Я белый, я достаточно белый, но у меня глаза такие узковатые. Узковатые. Белые усы. Волосы черные. Как раз отходишь за своего. Да, я за своего сойду. Лол. Казах ты, короче. Ну, наверное, да. Какой зашквар. Хотя, блядь, ну не настолько узкий. Да лучше в Китай езжай, там Кира сейчас сидит, там скучает. Там Кирин, да. Ты как бы, ну не знаю, насколько ты похож на средневекового китайского генерала, вот, но если похож, то у тебя есть все шансы с Кирином. Нет, ей понравятся только солистки кей-поп группы.
А, ну да. Не, ну еще она вроде как хотела там средневекового китайского генерала еще, в принципе, не против была. Ну так. А, и молись, чтобы ты не был этим таджиком, это на тебя изобьет, там нахуй убьет. Да, она что-то сейчас жалуется, что в Китае таджиков что-то много сейчас. И узбеков. Она что, все-таки уехала в Китай? Ну, мне кажется, она да? уехала, но ей сказали, что она в Китае ехала. На самом деле она уехала в Узбекистан какой-нибудь или Таджикистан. Потому что она все время жалуется на хачей и на таджиков. Она, наверное, это в Рязань уехала. Сейчас на стриме будет. Самый, да, самый лучший транспортный этот. Общественный транспорт. Mm-hmm. А этот уровень. Блин, ему не больно. Да нет, нормально. Каждое утро. Каждое ебаное утро. Ты проходишь 7 через утра в сутки. Да. Жри листочки, казмины. Еще листочек. Почему нет листочков? Ну это просто тебе повезло, ты не такой, как все. Это такая метафора на бюрократию, консюмеризм, да? Ну типа того, да. Да. Похоже пока просто на бюрократию, консюмеризма тут не видно. Меня расплющили. Упало в ту же секунду. Ну вон доллары на бэкграунд. Ну доллары это не консюмеризм. Ну, с помощью них осуществляется транзакция. Консюмеризм это эти, как их, блядь. Флаг, у вас еще и двое. Торговые центры. Канцеляризм это когда ты заходишь в канцелярию, а тебя нахуй посыл. Канцеляризм. Кстати, Гринец, ты не, ну, ты, наверное, не знаешь, в Стиме начали уходить военки. Не, не знал. Я уже купил Google Nippon. Да, Go Nippon купил, она, в принципе, неплохая, но там, по сути, все такие entry-level все, ну, как бы... Да, там это... Не, погодите, это военки, это неплохая. Индии или это нормальные именно японские военки? Это овердрайв, который Грин делали, это от них. Да, нормальные тоже. Японские военки в Стиме. Ну да, вот я вот... Почему-то это The Moon, до сих пор там нет, я жду очень сильный пиздец, купил бы сразу. Там есть. Даже там этот нарциссу еще Green Lantern или как не выпустят. Они да, с чионами там эти ВНК или нет? Потому что Брэштейнс Гейт тоже говорит, что чион там вроде есть. Ты ну, чион. Этот, по-моему, манга геймер паблишер. Может, ты же купишь кланат, если вас не видишь? Кого? Кланат купишь, это ты же любишь твою любимую. Я бы купил, поддержал бы, почему нет? Блять, каков кланат читать, там же рисунку ужасно. Ты там тренируешься, блядь, твой языковой барьер поднимаешь. Говно чё всякое читаешь, типа, с райтингом приёмом. Ну и чё ты хочешь? На мать, ты Данганрон подучи. Твои уже ж... А, кстати, здесь босс-дверь будет, по-моему, да, в конце? Да, мне бесит, почему эта версия... Босс-дверь? Да. Уездно, блядь. Почему в этой версии они ящики выдвигают через раз? Чтобы тебе припекло. Искусственная сложность. Мне уже припекло. Искусственная сложность. Просто искусственный ящик. На других там двух платформах, где я играл, там моментально просто они вылетали. Так, я не выключил. Ну, кстати, да, опять же нужно Google Nippon проходить. Это плохая игра, не будет. Сразу да. научишься японскому, будешь знать его в идеале. Пойдёшь. Там на самом деле неплохо сделали, там вот поверх английский переведённых. Ну, кодинг, японского дерьма, что-то плохая игра. Там, там всё поверх переведённых фраз на английском иероглифами пишут. А, знаете, девушка. Для муняшек или как это, вот такая вот сакура типичная такая, фудзияма игра. Хорошо в чате написали, удивляться боссу двери после босса лестницы. Но это ну или боссу вагонетки в Кослвании, например. Босс лестницы, это же в Октодейде. Босс пол в ульте. А, не-не-не, Батамен, не ту зиму, а именно зиму. Это от создателей Клонада, очень хорошая венка, мне вот ее посоветовали в НЧ, да, там сказали, вот, лучшая венка, лучше не будет, я прочитал и понял, что действительно лучшая венка. Это вот как Грин показывает итальянские фильмы, это вот итальянская венка именно, вот, блядь. Я просто, например, с каждого момента просто как дикий угорал, чуть ли тема нацистов, этих религиозных нацистов итальянских не раскрывается, я прям не удивился, если бы она раскрылась там. Пирог, еще раз название какое? The Moon называется. Это от создателей Клонада. Там это я даже никогда не поверил. Твою мать, это козлина не выдвигает ящики. Там такой сюжет, типа, свозит девушек в одно огромное общество, чтобы их привести всех в соединение с Богом. Там есть три уровня, типа, богини А, Б и С, типа. Ну, А это, типа, верховные жрицы, они, типа, сразу там с тренировками переходят. А Б и С их еще надо там подготовить к этим всем тренировкам.
Ну, на C их просто ебут, чтобы солдатам не было скучно, да, как бы. А на B их еще немного тренируют, а потом ебут. И главная героиня пытается сломать эту систему, и это тоже ебут за. Мрачный сюжет. Очень мрачный сюжет. Замораживающий. Вот это что ли? Да. Где кто-то кинул, что, куда кинул? Да, да. В этот, не понял, мамблинг меня не пускает наверх. Не знаю, что это хуёво кинул, мамблинг ничего не показывает, потому что не логик. Вот еще раз. Гал? Проебал. Ну, не знаю тогда, пирог. А, ну да, я с тебе это игнорировать сообщение поставил. Кушай, кушай, пабло. Да кушай, мать она... твою. Блин, он издевается, блядь. Я... Это лучшая венка читать, и все, кто хочет венку читать. Это что-то... Я не могу понять, это эмуляция кривая в этом месте или что, блин. Не видишь, что-то на PS1, блин, такое отточенное на всех платформах. Игру такая, была в ней такая срань. На самом деле, там что написано про разные выборы, ты пиздёшь, просто с первого раза вышел на тренд, и я даже сам этого не ожидал, блядь. Кстати, а была же еще этот червяк Джим 3D, вот я в него и не играл даже, там кто-нибудь играл. Ну, плохая. Блядь, я буду это 64-битную версию на N64. Червяк Джим 3D я на ПК играл, очень крутой, но он непроходимый был с багом, у меня была какая-то версия, я помню, застревал, и все, там тупик был. Эти ящики просто доебали. Сломаться, ну, в смысле, не пройти из-за бага, это, конечно, я не то, чего вообще ожидал. Червяки Джимми 2, это просто, бляха, невероятный для меня вариант. Морф, ты сколько иероглифов знаешь? Если ты о концах, то 150, да. 200, 250. Блин, 150, стабильно. Остальное так, типа я это видел. Че знаком? Че-то нам кукарекали. Да. Типа, 1000 спокойно выучите, дальше тяжело будет. Что-то я думаю, что... После 150 у меня уже вообще проблем. Затык конкретно. Мне нужно больше практики, и это все дерьмо будет запоминаться только так. Дальше уже просто брутфорсом ты выучишь это так. Невозможно. Дорчейс, для этого момента я не помню, какая музыка, и у меня нет отдельной темы для нее, так что пускай играет то же самое. Ну, прошел? Ну, шкафчик-то прошел тот, бумажный. Угу. Этот поставим здесь. Убежать за дверью. Поставим здесь, я сказал. Да, вон дверь. Я забыл про этот. А еще в этой версии этот сука умудряется тебя через платформу бить. Так, что-то босс легкий. А что, Ground Zero уже утекла на PS образ в сеть? Боже мой, только не... Железо? Только не попил. Утекла кораблем по нефтяному проводу. Не, народ пишет, что на PS3 вот прошел версию, вот это понимаю. Ну, а Фурчан почитайте, что там пишет. Но Фурчане пишут, что прошли вот на PS3 версию, там все дела. Ну я же говорил, там что уже диск с PS4 уже вон стримят на Twitch, уже есть стрим с МГСом. Там кто-то этот бросал в каком-то блоге, сказали, что уже стримы есть, короче. Да, вот эндинг нахваливают. Опять гребаный попил, а господи. Это последнее, слава богу. Я только разинг далеко не заканчиваю. Все, пиздец. Уже тот момент с Хикари Чан Соу Кавайи не возбуждает так сильно из-за спойлеров с других скинов. Все равно уже по нулям, так что ловить их бесполезно. Просто надо. Да, да, и с Хикари Чан годный момент. Персона 5 еще этим лет. Ой, блядь. Летом. Она зимой только в Японии. Там, мне кажется, там тролли постят какой-то в этих тредах про МГС, там кто-то пишет, что типа это вот в реале этот оказалось правдой. Теория про то, что фильм все. Ну, помнишь, эта теория была на Фучане, что там все события в МГС 5 это фильм, вот в Ground Zero именно. Вот. Ну не знаю, но если это правда так, то клево. Тогда это противоречит тем спойлерам, которые ты мне накидал до этого. Вбросил скриншот потрясающий. Блин, да что ты будешь делать? Before спойлеры. Не, там ничего такого. Меня мотает просто как, бляха, не знаю, матросов. А, да, я видел этот кусок.
лол. Бля, чё, это козлины издеваются. Это, короче, веселый Шива от червяка Джима. Ай, хер с вами разбиваетесь. Урони бомбу, блин. Чип уже уставший, как червяк Джим. Да я не уставший, просто я не знаю, на PS1 этот момент вообще ужасен. На Сеге, кстати, камера стояла гораздо дальше, и ты видел гораздо больше. Блять! Вот я сейчас даже не видел, что бомба была. Я услышал в последний момент ее. Нужно предугадывать. Ну, я могу просто стоять там, и я проебал бы целую пачку щенков опять. Фоточка класс. Да, блядь. Завидуешь. А то... То есть как бы нормальные... Нежирнее. Нормальные уровни я могу проходить, я не знаю, до послезавтра непрекращающимся потоком. А это... Ранкиллер. Видишь, что за... Да ты, блядь, ёбаная ворона. Какой милый мальчик. Угу. Это Диша после того, как потрахался со всеми на узкие. Я, кстати, руку сейчас так же держу на этом. Уже гладенькая от спермы. Да я просто через админ зашел, тебя кстати, через эпоху сфоткал. Бля, слышь, закрывай. Тебя бы в армию такого. Мы посмотрим, Морф, как ты сходишь такой. Конзи там будешь обучать, блядь, сержантов нахуй, 150 конзи. У меня монобровь, я, блин, покажу всем. Ну, может, просто в костюме этого придет Гиас, типа такой офицер. Ну, там, знаете, что жалуются в таких тредах? Это было бы охуенно. Морф всем указал. Короче, в тредах жалуются, что типа на PS4 в стриминге там же есть фича такая, что спойлерные моменты не показываются. То есть там чувак стримит, там, если будет стримить, короче, Ground Zero, там вроде как некоторые моменты будут, ну, закрываться, спойлерные. Классно. А там же вроде это можно отключить, или нет? Хрен знает, ну может, можно. Если это нельзя отключить, то это максимум. Там типа можно, отверт. Чтобы стрим был, со, ну, будет написано в заголовке, типа, со спойлерами, что-то типа того. Окей. А я не пойму, игра сама вырубает стрим во время спойлеров, или ты, типа, можешь... Ты сама вырубает, я маджонг стримил, она всю сюжет... Да, вырубала. Там эти квадратики начинают, и треугольнички лететь. А то я такой нормальный стримлер, да, стоны квадратики и треугольнички. Ни хрена нет на стриме. Чтоб спойлеры... Не, ну может, там как-то можно это отключить вроде. Я не знаю, я не видел. Спойлеры в маджонге, топ-кек. Там сюжетка вся заспойлерена, скажем так. Вот это вот, прикрыт кубиками, блин. Сониковскими. Ты Соников. Тянка жидко победил то или нет? Цензура, все цензура. Не, я так и не победил. Ты что-то все с одной играл, все ее нагибал, там вроде она грустила. Там победы, победы, и вообще там просто чудовищно. Чип, если сейчас это проиграешь, я тебе скину одну фигню, включишь ее в стриме, окей? Ну, как на заднем фоне музы. Окей? Не понял. Может, если ты музычку... Пир хочешь, чтобы включил ты на заднем фоне. Пир. Пирог. Пир, блядь. Пирог. Блин, это прямо с этого стрима с PS4. Пирожок. Ground Zero. Офигеть, через стримилку. Ну-ка, в тень. Ну, я говорю. Продают уже везде. В этих варабов. О, чип, я тебя скинул. Блин, ну если выложат на Xbox 360, я бы прям сейчас прошел, кстати. Ко выходной. Не, ну если диски есть такие, как бы, PS3 версии, то почему нет образа? Не, Xbox 360. Он скинул. Я поиграл просто с удовольствием. Божественный графон. Сейчас посмотрим. Чип? Да. Я ж тебе скинул мамбу. Можешь включить просто на телефоне? А. Я еще не проиграл. А, окей. Блять. Сука, хочу стать арабом. Великолепное качество. Арабское качество. Твою мать. Буду спойлерить. Господи, я посмотрю чуть-чуть. Можно же из Арабии заказать, в принципе-то, нет? Долго будет идти, но раньше пока зайдет она тебе. Поездка курьером, там за неделю.
За неделю она и выйдет, через неделю, нет. А ну, сам скином получше качество. О, давай. А, фак. Господи, как же я ищу бомбу, ну пиздец. И зачем я это себе спалил? Руки опускаются. Потому что ты не можешь остановиться. Ну да. Не, чисто так графон посмотрю. Ну, графон что-то не так себе. Как это PS3? Вот то, что сам ты вкинул от PS3? Да, не, PS4, посмотри, треугольнички и R, а PS4. Ну, иконки. Это иконки в самом МГС, наверное. Ну не, я не потому что я вкинул от PS4, это точно, потому что там стримил к PS4, вот, ну, интерфейсе все-таки есть. Здесь не знаю. Мне они по-другому PS... рисуются, не, PS4, скорее всего. Какая разница, все равно в игре это можно менять же, не? Свои иконки на что-то зиму. Это же моды на иконки. Иконка за 99 центов. Теперь урони бомбу напоследок. Пидорас. Я на марафоне все выходные проебал. Врубай музон. Окей. Только все подсвечивается, пиздец. Угу. Господи, я не знаю. Видео вообще ни хера не понятно. Пирог, я ненавижу себя, знай. Я знаю. Алсо уж больно пластиково как-то все выглядит. Как в Риддике, знаете, был там. Выходил там лет 6 назад, который. Хороший музон. Ньюфаги не знают, короче, пацаны. Если сейчас после этого музона пойдут вопросы об ориентации, это не я, это пирог. Очень подходит на ситуацию. Да-да-да. Блин, да. Я сейчас плакать начну, как маленькая девочка. Да ты уже, по-моему, все у тебя. Скилл весь потерялся от усталости. Хармони, хармони. Да-да. Куда я драчусь? Я не понял, что это было только что. Да. Это PS4, это 100%. Да. Можно так быстро бегать с телом. Не будет такого графона на PS3. Конечно. Да и сами вот эти вот кнопочки, иконочки, только на PS4 такие. На PS3 по-другому рисуются. На какой сложности он играет? На изи? На харде, говорят, будет отсутствовать вот это, помните, там такая тема будет, что просвечивается, типа, как реген такой, рентген, просвечиваются люди синим таким, вот тут на харде этого не будет. Ну и не нужно. Во, звук тот же, когда у тебя инвентарь забит, например. Кстати, когда Дима сконфинировал, что будут эти херни, да? Знаки восклицательные, знаки вопросительные, блин, восклицательные. Да пошло мне все в жопу, а. Он типа там с каким-то трейлером это, фильма какого-то, да? Плакатом, точнее, обложкой сами. Да-да-да. В этой обложке есть восклицательные знаки, такие же, как у меня есть. Пять. Вау! Так, а... Бум, а там, кстати, следующий левел какой будет? С едой, что ли, или какой? Типа того. Что-то есть захотелось. Сейчас захочется. О, да, следующий левел офигенный, кстати. Да-да-да. Только я, походу, до него не доберусь, блин. Сделай сейф стоит. Все равно уже, чё. Конец марафона, всем похуй. Можно. Я все видел, позвонил в КГБ. Блять, ебать, он что заметил? Ты смотришь на него, брат? Он стрелял в него. А? Причем раза три, блять. Да, тот такой развернулся, ну, посмотрел, подумал. Правильно. Ёбаный ты. В свой долбанный аквариум. Ну хоть первый раунд. Так понял, короче, опкой в руках и смог ты не иметь. Да. Пиздец он вообще уебок. Пиздец. Просто. Бля. Просто пушка. Что там такое? Пиздец, блядь. Он пытался сначала из танквилизатора камеру сломать, а потом достал. Блять. Пиздец. Стоит там в разной базе, стреляет автомата там по этим камерам. Мужчина. А кто-то в чатике пишет, что это PS3 версия всё-таки. Не, хуйня он пишет.
Да не, посмотри на графон, я тебе говорю, вот иконочки треугольника, квадратика, точно PS4. Вот именно так они там рисуются. Блять, я просто сомнул свои... Все оружие на тебе таскают. Херригол пиш... А все оружие отображается, что ли? Да. Здорово. Прикольно, кстати, зазял. Ой, мой, плиз, no. Стоп, шит! Да зачем? Мне кажется, это типа как Класти стримил Хитмана, он специально это делает, блядь. Только шансон не включил. Только да, мне кажется, шансон не хватает. Мне кажется, это Soulbox стримит, блядь, или кто-то, или классный, что си... Лоу. Блядь. Стелс. Такой стелс, да, стелс. У меня не видно. Сроки кино стреляет, бегает, а потом такой спрятал. Кстати, это смешно то, что хуйня с Твичем Xbox'овская лучше, чем PS4. Прям, да, кстати, он с PS4 стримит, смотри, как качество падает. Явно не с тюнера. Угу. А ты слышал, что Xbox'овская теперь внесли туда же Twitch, там теперь 720 на PS4? Да, Мисак стримит... рассказывал там вчера или когда. Да, ждем стримов Мисак. Да, я досмотрел Dead Rising 3. Бля, что это за стелс такой? Победный стелс. Someone stop the stealth or I will suicide myself. Sudoku. Стримы, что убивают. Как Metal Gear был убит стримом от Вована, все. Вот там написали в чате, типа, эндинг блокирован Коджимой, и, типа, когда PS4 начинает его стримить, то вырубается. Так что вот, реально без спойлеров будет. Видимо, и все заставки будут тоже не пока. Только геймплей показывается и все. Толс. Победа вообще. Нойс. Бесшумные ракеты нужны здесь. Да он ебанулся. Базука с глушителем. Да. Транквилизатор базук. А внизу да, турнички. Да. Смеешься, а в писмокере-то есть. Stay calm! Во-во, видите, PS4. Да, все, заставка, пиздец. Я не допрошел писмокера, что за базука с глушителем? Там есть этот, Весь Карл Густав, по-моему, называется. И вот есть обычный, который бронебойный там или какой, а есть который газом, короче, сонным. То есть и сразу фултон рековерит, ты стреляешь, они засыпают. Охренеть. И на этих взлетаешь. Вернее, они взлетают на шарик. Бля, когда Морф ты стримил, вроде у тебя голоса были, когда вот эта хуйня происходила. По-моему, были голоса вроде. Да, то есть было слышно, как там у тебя тяночки разговаривают, прочее. Ну я думаю, это все изменяется разработчикам. Да, тут вообще чистая тишина. Блять. Это просто мега. Ну там диалоги, как бы, понимаешь, все спали абсолютно. Ты хата щенков. Не, там жопа на секунду пропустила, и все. Сразу 40 щенка в секунду убиваются. Мне кажется, здесь усложнили просто в PS-версии. Из дуры, потому что я что-то не помню, что такой сайт был на Sega-версии. Нет, тут же сложность можно менять, от нее, наверное, тоже зависит. Этот уровень... Он на нормале играет. Это ты на чем проходил? Слушай, этот уровень нет. Жопа в том, что здесь абсолютно нереально, блин, по этим бодипаду управление раскидано. Ну, то есть, чувствительность этого крестовина идиотская. И камера на Sega, на Sega обзор гораздо шире. Я не помню, чтобы на Сеге вот так насасывался на этот момент. Я тоже не помню. Что вообще сходу. Я реально, я на Сеге проходил их там, как нихер делать. Я уже потом надращился, просто я третью часть, там, кстати, по-моему, по 5 раундов было. Просто в легкую летал. О, бомба. Блять. Кстати, Слэм, Слэм. Да. Слэм, тут уж... Ты будешь Титанфолл брать?
Нет. Окей. А Titanfall на ПК, на Xbox? На ПК, Xbox. Потом будет через год, возможно, Xbox 360 версия, либо что-то такое. Ай, блядь, там же Origin, правильно? Окей, я взял на PS4, кстати. Да, этот стелс, блядь. О, Мейп. Привет, Мейп. Я дома. Мейп, пойдем курить сразу? Привет, Мейп. Там уже вовсю Ground Zero стримит, короче. Прикинь, а у меня на PS4. А я видел, да, там спиздили, кажется. А, не, диски там где-то продают уже. Ага. Ты пойдешь, Мэйм? Мне кажется, когда в PlayStation она появится? Там, короче, ходит слухи, что реально концовка к тем, что этот фильм был, это реально, говорят. Вот, ну, хватит Little Gear смотреть. Смотри, чисто пленка такая, мне стреляют, видно прям. А за что он дальше? Да ну, Грин, серьезно? Ну, как бы ходят слухи такие, пока никто не может подтвердить. Там просто, знаешь, это на PS4 там есть защита от спойлеров. В курсе, да, во время стрима. То есть, короче, там если спойлеры какие-то идут, там стрим, ну, вместо стрима плашка такая появляется. Да кто-нибудь поди стримит через Маме, а этот. Тут вместо концовки тебе включается ролик Озона. Откуда? Ну, ролик с Озоном включается вместо концовки, ключ к цензуре. Да. Вот, так что поэтому, вот, ну, вот там вот народ говорит, что да, типа там, этот, вот, муви эндинг. Ну, не знаю, мне кажется, это троллинг. Может, там нелинейность? Причем мне до этого Морфа 2 недели прошло спойлеры с 4chan, там совсем другое было. Хрен знает. Зачем ты спойлеры читаешь-то вообще? Не, блин, да, спойлеры с 4chan, это же была, ну, тоже додумка. Там ну, что-то... Не, там именно спойлеры, если якобы чувак поиграл. Там один типа журналист писал, типа, вот да. Я был на этом вот конференции. Ну, сценограф, журналист. Ну, не, ну, говорю, вот, то есть, непонятно, вот сейчас вот начали говорить, что типа, концовка с фильмом, это настоящая концовка, то есть, типа, чуваки там увидели. Ну, тогда это уже как бы намекает. А что за концовка стрима? Уже сейф стейты. Ну, просто... Юзер, не извините. Или тебе нравится страдать? Просто, чего? Типа, Биг Босс снимает кино и... или что? Не-не-не, все намного интереснее. Ну все, не надо, бля, я не хочу, вдруг так правда останется, не надо. Ладно. Патриоты, по-моему, снимают кино, там что-то такое про Биг Босс. Да, пропагандистское. Так, ага, прикольно. Так, это, по-моему, что-то говорило... Тише. В четвертой части там говорили, что Zero Gear Zero был же Биг Босс, и он снимал фильмы патриотические такие про него. Ты сейчас видишь это на стриме? Типа Zero made shit up. Да. Это я попытался сделать блядский сейф стоит. Просто это как бы доказывает теорию того, что Биг Босс не настоящий. О, какой же стелс на стриме! Биг Босса там поди это, с другой стороны. Пиздец стелс, блядь, все, я иду курить. Глаз. Пойдем, а что, вы смотрите это? Ну, блядь. Все, да. Ну ладно. Пойдешь, Мэйп, или нет? Я сейчас срать хочу опять, но можем покурить. Че, все слетело, что ли? Чип? Ты кури и сри одновременно. Давай ошибку, это я попытался сделать. Форточку. Че, ты сегодня, кстати, много раз какал, Мэйп. Ты и на работе там какал уже? Один раз всего. А. С утра. А, ты просто столько об этом говорил, что в моей памяти, что ты очень много раз это делал. Да. Чип, ты все? Я не то, что все. Хорошо покакал. Я, да, я не какал вообще. Сейвов нет, пасворды не записывали. И... Ну да. Марафон. Ну, тогда спасибо, чем. Пасворд, давай мы тебе дадим. Стой, не, я хочу уровень с этими. Слушай, дай сразу тогда после третьего попилава, потому что я тогда допройду. Что... Ну давай, ладно. Меня от этой собачьей тебя уже воротит. Ёбаный проклятый марафон. А потом я расскажу короткую историю про близняшек, как кто-то хотел. Бля, подожди, я тут да, курить хочу, расскажи. Попозже, да. Через 10 минут. Ну там ничего особенного, просто моя история из жизни. Вилли, погоди, этот ебаный ад сейчас продолжится в другой форме немножко. Твои истории жизни довольно особенные. Бля, где пароли эти ебаные? Ну, кстати, почти все правда. Какие-то факи. Сейчас, короче, на GameFAQs посмотрю туда. Ага, есть. Но я тебе не буду диктовать... кину. Там же они в виде картинок. Стрим МГС-5 собрал уже вон там 1700 зрителей. Смотри, чип. В чатике, видишь? Угу. Ну, Дишан, я уже курю, давай. Я... А у нас на Омске был бы Таркач, короче, или выбрасываешь. Чип, видишь, да? Вижу, все? Вижу. Все, пошел курить, давай. Окей.
Кстати, он постоянно в этом играет в режиме, где все оранжевое, вот этот тепловизор, что ли, или что это, я не знаю. Ночное видение? Да не похоже на ночное видение. Это анализ всего пространства, который расположение всех врагов показывает. Ну, все пространство он не анализирует. А, он походу к пас пришел. И сейчас наверняка эта плашка включится. Вот зачем пас сделали? Вот пас же не нужна. Не, пас пока не включается. Кстати, да. Ну-ка. Диша, ты ушел? Диша дал на последний левел пароль. Просто на последний пропустил. Этот левел съедает. Красавица. Пас вообще не похож на себя из Писвокера, вообще никак. Так, больше на какую-то лесбиянку похоже. А прошло ли это не надо? А не включилось, нифига ведь. Да, кстати. Хотя это спойлер. Музон, господи, музон. Музон, да, офигенно. Это, кстати, та тема, которую она пела, как она. Love Deterioration. А. Level 8, вот оно должно быть. Так завалил, короче, понёс. Блин, её, походу, можно по рагдолу катать по земле, как в ДКС было. Он что-то не сообразил. Кувырки делать, короче, задевать ногой, а она... А где вы её смотрите, стрим? Я скинул. А вот и спойлер пошел. Вот и спойлер. Только он запоздал чуть-чуть. Окей. Офигенно. Окей. Ну-ка, мне еще не повезелось. Я вообще предлагаю тем, кто смотрит, все-таки в другую комнату перекатиться, только получается там один стрим идет, а на нем обсуждает другой стрим. Лин просто хочет, чтобы все перешли в другую комнату, а сам тут обсуждает стрим МГР. Я все понял. Хитрый. Привет, Влад. А, он замечает. История, собственно, такова. Чип. Я, он был у меня... Лето было, короче, когда мне исполнилось 18 лет. Как раз. Ну и вот. Короче, я приехал там с батей отдыхать на море. По-моему, это было, блять, я не помню, какой конкретно город. Не Анапа, короче. Но это на Краснодарский край. И вот, что-то я там... Дня три, там, два-три, что-то сам тусилось по себе. И тут, короче, вижу, в море барахтаются там, что-то там, обнимашки, там всякие, две девочки. А белокурые такие симпатичные, там у них там офигенные просто. Это талия, там все, короче. Маленькие сисечки. Вот. Блять, я только подумал, блять, я вот, ну, сейчас, если я прибу, возможно, да, больше, скорее всего, не вижу. Ну, прям вообще ангелочки такие, прям милые, веснушки, все дела. Потом проснулся. И знаешь, на лекции. И как котята такие, ну, там друг друга что-то задирают, там прикольно, короче, ну, мне понравились. Ну, я такой подхожу, думаю, блять, а как это, как познакомиться, думаю. Они, короче, фотки друг друга, причем по очереди. Ну, я это проиграл сразу, потому что они одинаковые абсолютно.
Блин, вот нахуя было фоткаться по очереди. Ну, если они близняшки, да? Я такой, типа, давайте я вас фоткаю там. И познакомились таким образом. Вот. И в тот же вечер, ну, решили, типа, давай встретимся, вот. И они, типа, видимо, как-то договорились, что вот одна тянка будет, типа, со мной. Ну, мне это было похуй, какая именно, я их не запомнил, потому что они одинаковые. Вот. Там одну звали Света, другую Аня. Вот так вот. Ну и в течение там, скольки там, недели, кажется, мы там каждый день встречались, что-то болтали. Вот, и был однажды... Причем, кстати, когда близко уже познакомился, понял, что они вообще сильно отличаются. Ну, чуть-чуть внешне, прям чуть-чуть, но заметно. Хотя бывал, пару раз путал. Вот, а так по характеру очень сильно отличается. Вот с которой я мутил, она была такая вся серьезная, там типа такая уже потертая. А вторая прям, знаешь, ну, аутистка. Ну, такая, как ребенок почти. Ну, и им там по 15 лет, кажется, было. Вот, перефилия, все дела. И это, был вечер. Там гроза была сильная, там такие мощные грозовые тучи, я помню. Но при этом дождя не было. И мы сидели на этом балконе, что-то обнявшись втроем причем. Ну вот там сосал, такое одно. И она на следующий день говорит, слушай, Саша, короче, что получится. Я там это, ну, я типа парня, короче, жду с армии. Такой, ват. Ну, она говорит, типа, это вот, мол, а вот у сестрички моей ты ей нравишься, в принципе, тоже, вот. Но это, у нее там, ну, опыта вообще не было нигде, мне, кстати, тоже, я девственником был. Ну, вот, и я мутил, конечно, со второй в итоге. Вот, с шушками оказались. Ну, и там была Фил, там, офигеть. Ну, там, до секса, к сожалению, дошло. Вот. Ну, вот, всякие там эти песенки были, прикольно. Прикольная вот история. Ну, вот, да. Ну, было забавно. И в чем история? Не, ну просто вот история. И все? Мы бы не дали. Ну, спрашивают про близняшек. Ну да, по очереди. Сам нормальный момент в истории был то, что типа нахуя их фоткать, когда они похожи. Да, да. Ну, это этот момент типа не, сделал много, историю много 4 было таких из 10. Шуток, которые у меня рождались в голове, но я об этом говорил по этому поводу. Все одинаковые. Ну я в жизни, кстати, встречал всего 4 пары близнецов. И все всегда, кстати, абсолютно одинаково одевались, там, знаешь, абсолютно одинаковые прически. И при этом у них вся бугур, когда их путают. Так какой-то странный дуализм. Дуализм. То есть они реально одинаковые. Блядь, только не начинай опять про квантовую механику. Не, ладно, ну вот, и, короче... Рейбзет Хор. Она даже рассказывала, там, типа, что в школе, например, была, там, ну, там, одна, например, сильна, там, математика, другая, там, математика, другая, там, в чем-то другом. Они, там, типа, друг за друга экзамен сдавали, всем срать. Путали часто. Вот, ну пару, помню, парней в лагере. Прикольные тоже пацаны. Вот анимешницы были две, симпатичные достаточно тоже. Одинаковые, блядь. И что-то тут еще был. А с пацанами ты петингом занимался? Нет. У меня есть знакомые близняшки, короче, которые поехали в Европу, там познакомились с, типа, с иностранцами. И начали с ними тусить. Но одной не выгорело, а другая норм зацепилась, короче, за серба, который живет в Шведяшке. Вот, и она долго его обхаживала, он там ей писал письма и так далее. Они здесь, короче, скакали на хуях там и так далее. И она ему писала, ой, тут все хорошо, там я тебя жду, приезжай быстрее, бла-бла-бла. Но в итоге она... Вышел за него замуж, но сейчас живет, и они там ездят по Европе, он катается, в инстаграмчике все выкладывает. Просто я помню, как они там, блин, реально скакали по хуям, там всякие групповухи, какие-то порно-видео с ними и прочих херня. Хлоу. Ну вот та же история порно-видео с ними. Мой знакомый, короче, из Чебоксаров, клевый чувак, кстати, ну вот так же, короче, встретился с одной близняшкой, ну, с ним мутил там год, вот, и как-то, короче, это ебет. И говорит, слушай, блядь, это вроде типа не ты. Ну, а сестра, типа, сестра, ну, другая, блядь. Ну, такая, ну, вообще-то уже там, типа, весь год менялись. Он такой волк. И как-то, ну, вдвоем потом замутил. О, времена, о, нравы. Морф, ты вкидывал вот видео, типа, Dead Nation сравнение. В чем различие? В чем, блядь? Да только в резолюшене, разрешение, все. И все, вообще ни одного даже графического. Не, ну если ты ждал совершенно другой игры, то... Не, ну хотя бы там, я не знаю, чуть-чуть что-нибудь другое было. Про что еще? Dead Nation. Не, я просто смотрю, я близко к монитору так сел, думаю, бля, может, что-то я не вижу. А куда пас ранена? Она вроде как бы кровью истекает, а из какого места? Из брюха?
хорошо в плену посидела. Блять, тут же не. А, там стрим что смотришь? Не, закрыл. Чипа просто жалко уже. Да, им чуть-чуть осталось, там 3 уровня, по-моему. Какие 3 уровня? Уже 2. Я на последнем сейчас. А, да? О, хорошо, знаешь, Гевин, различие, сейчас скажу. 44-я секунда и буквально 46-я там. Ща. Сейчас скажу даже. 40-я секунда и 46-я вот так открою. Ща. Ты просто увидишь там вот камень, камень на крышу вот так вот выглядит. Сам вот эта плита вот крыши. Маби, Маби, а фоточек у тебя этих близняшек нет? Вот, кстати, нет, к сожалению. Я ВКонтакте пробовал их искать. А, да я не помню уже фамилию. Я, кстати, ну да, говоря, тут видно. Моя самая первая любовь, кстати, была. Ну вот, если там вглядываться... Мне было лет 15. Ну, огонь чуть-чуть другой еще. Я прекрасно, кстати, помню их лицо. С более светлой такой. Там совсем все плоско такое, как бы однообразно, а тут текстурка такая четкая. Ну и огонь, огонь, вот тоже. Ну, по тегу близняшки ты их точно не найдешь в ВКонтакте. Они были из Ханта Матиска, кажется. Вот. Так о чем я? Че я, блядь, что-то хотел сказать? Про первую любовь. Первую любовь. Да, из Украины у меня была первая любовь. Охло. Были три сестрички, короче. Вот младшую, среднюю звали Яна. Припер. Вот я любил там, чмокал в этот в щечку, там, 13, что ли. В крабик. 14. Да. Ну вот, а потом мы, короче... А, они оставили адрес, короче, писали нам письма. Ну, обычные письма. Ну вот, а мы с братом так не ответили ни разу. Лень было писать. Так что любовь это, видимо... моя не любовь... Не для ленивых, да? Да-да-да, моя лень это любовь все-таки притянула. Лень письма, блядь, писать. Ну, она не была, конечно, такой шалавой, как Ванечка. Шалавой. Что она такого шалавного не творила с тобой, Маби? Рассказывай в подробностях. Кто? Про кого ты там говорил? Близняшка, ты же говоришь, шалава была. Да нет, говорю, не такая шалава, как некоторые как украинки. Карина? Как некоторые украинки. Окей. Тонко мы. Не сильно, это же я, Зович. Более-менее помню, точнее, что я делал. Охуительная история, Маби, блядь, я помню просто. Пирог что-то опять забормотал. Да его слышно себе... прекрасно. У него аневризма там. Сделай набирался. Пирога погромче себя. Пирога погромче, куда уже? Громче пирога, еще громче. Громче пирога. Морф, ты тоже? Да? Морф. Морфей. Так, Цукай завтра досматриваем или дом там? Морф в коме. Не знаю. А, кстати, короче, давно не стримил. Наверное. Я там часа еще. Мне послышался, кто-то досматривает Зеро на Цукаима. Гати на Цукай. А что ее смотреть там, по-моему, 3 сезона? Первый я посмотрел, кстати, не очень. 4 потом сезона. Совсем плохо. Это вы дерьмо 4 сезона сделали? Уже. Да, ну, блядь. 4, сделали бы больше, там проблема в том, что авторы этих новелл уже. К счастью, наверное, так, не знаю. От рака, наверное. Да, ну, да. Ну или его пизда сдавил, так я тоже, как это... От рака пизды. Экранизация его жизни. Ну и просто ужасно было в этом плане. Луизочка, есть, герой, Луизочка! Нормальный адекватный чувак, а Луиза, блин, загоняет по колу все время, тварь. Ебаная. Хотел судить. Вот как это, как это зовут, как его... Там, на самом деле... Лольку там был сериал тоже. Что ж за уебищный момент? Там еще и Шана Огнеглазая была, это может. Блять, Огнеглазая, Шана, это такой пиздец, блядь. Я а, еще хентайные мультики Джибрил, может быть, не, смотрел не, кто. Как это зовут, блять, сериал? Хентайные мультики Джибрил. Тянка, короче, была. Джибрил. Похоже. Он писал там, тоже. Типа комедию школьную. Пацаны. Торадора. Да. Ну, Торадора это счета хуйня, на самом деле. Пацаны, я предзаказал Dark Souls 2 на PS3. Так на пика бы предзаказал. Молодца. На пика 25 апреля. На пика 25 апреля, и так что к этому так тебе же все равно похуй, Пир. Кстати, я тут прочитал. Вообще-то, да. Я тут прочитал, не, короче. Через полторы недели снова зарплата. Да, даже доллары там бешеные.
Ты, короче, предзакажи и на ПК, и на PlayStation 3. И еще на боксе предзакажи, несмотря на то, что у тебя бокса нет, все равно предзакажи. Меня попросили, короче, Morgan расшарить тоже аккаунт. Я взял в Америке, потому что дешевле. Потом отдам аккаунт. Морф, а что сколько в Америке стоит этот ДК? 200. 200. А если 200? В долларах? Угу. В, ну, в рублях 200, там 60 баксов. А в баксах? Подожди, 60 баксов, 200? 60 баксов, ну, сейчас, да, совсем 1800 плюс 300. А, даже 2200 получилось. 372 плюс 1080. А мог бы на марафон за донат. 60 баксов, 2186 рублей. И да. Хуй там знает сколько копеек. Ну, кстати, нормально. Нормально. Кстати, он дороже. По поводу Dark Souls, я тут читал статью, короче, на Магомаке, кажется, на приставках, вот, сейчас стримы идут, и то, что вот было, ну, короче, ухудшили освещение. Это я сейчас как-то... Ухудшили? Да, на консолях, по крайней мере. На ПК, может быть, нет. Блин, даже в сравнении с бетой? Да, говорят, даже в сравнении с бетой хуже стало. Ну, я не знаю, может быть, это такие эти специалисты диванные. Что стало хуже, я просто... Освещение. Да. Освещение, говорит. Да, ну там приспи. Я знакомый с пистой тоже будет рассказывать, говорит, ощущение там нормально. Пиздеж был. Говорит. Да, в принципе, срать. Dark Souls, Demon Souls всегда был говенный графон. Вот че. Ну, вот, да. Сейчас кукарик с полу графона, там всегда был говенный. Стоишь, говорит, смотришь на солнце, вот плащ развивается и все нормально. Говорит, больше не, ну, надо. Да. Ну вообще не про это. Главное, чтобы плащ развивался. Вы технологии добавили, там, в смысле, вот всю херню, вот, было там с шерстью, у Сифа и прочее. И так, ну, стало, говорит, чуть-чуть приятнее глазу стало, как бы, ну, говорит, освещение не сильно, прям ухудшили там и прочее. Не знаю, говорит, не заметил. Там деталей намного меньше стало, как мне показалось. Хотя я давно, может быть, не играл, просто Dark Souls. Я помню, что Demon's Souls, там всякие вот эти камешки лежат. То есть, ну, видно, что вот вручную уровень делали. А в ДКС все-таки там это большие такие. Ну, понятное дело, что больше локаций, меньше деталей. Вот. А тут, походу, еще больше локаций. Ну, в принципе, норм. Вот, зацените. Что-то я не знаю, по-моему, освещение хорошее, но опять же, я не знаю, на чем он играет. Ребят, ну давайте уже это по скриншотам, там, может быть, еще FPS считать в этом, а на YouTube посчитать FPS в игре. Освещение по YouTube спокойно можно увидеть. Хорошее оно или плохое? Нормально, короче, все. Диванные теоретики, чисто с ВГ. Узнаю родное ВГ. Около ВГшный канал, узнаю родное ВГ, окей. Я, кстати, тоже ненавижу туры в чуваке. Я вспомнил сейчас. Кто? А чё, предзакачки еще нету? Пир. Ты что, я иногда тоже делаю? Смотри, видишь, короче, вот тут это очень наглядное сравнение. 30 FPS и 60. Причем фанат увидит разницу, хотя это на этой же картинке. Фанат увидит разницу. Картинка. Sony Boy всегда увидит разницу, поверишь. Между там, они даже найдут разницу. Не, я тут читал недавно тред VG, когда, ну, пикари как раз Sony Fat, PS3 Fat'кой и PS3-кой. А, не-не-не, там веселее было. Вот, нам тред читал в это VG, короче, такой большой, там срач был. Ну вот там пикари как раз таки это находили разницу между 60, там, и 100 и 200 FPS на 60 герцовом мониторе нормально. Плавнее, типа. Вот. Это еще, по-моему, хуже даже. Я не понимаю, зачем этим заниматься только. Ну, это бред. Ну, сам... Ну, просто да, бред. Да, да. Не, то есть там кукарека чувак там, вот, я, короче, не считаю, что невозможно играть, типа, блин, там еще более-менее нормальная адвенчура, тут 60 FPS. Но там всякие квейки, короче, нужен минимум 200 FPS, там 150. Но при этом у чувака 60 герцовый монитор. То есть он монитор, в принципе, не может показать больше FPS. Чем 60. В этом разу таки дает прямо в яму. Вспомнил, что эту классную картинку на Твиче не видел, сравнение FPS в NGS 3, например, скриншоты.
мол, 30 FPS там картинка, да, тебе говорит, вот посмотрите на тот ужас, кошмар, блять, пиздец. Вот тебе смотрите на ту же картинку в 60 FPS. Там сам 10-10 графон, тесселяция. Кстати, есть смысл иногда. Например, если те же самые эффекты замыливания, например, да, motion blur, будет по-разному выглядеть. В зависимости от этого. От... Ну, от движка, конечно, зависит. Кстати, я вот всегда думал, блин, вот в этом уровне и вообще везде, во всем джиме, типа, нахуя долго, точнее, не знал, нахуя нужен вообще пистолет этот самый, который мылом стреляет пузырями. Ну, это просто наебка такая от разработчиков. Ну да, так и есть. Причем вот такой момент, на Sega, не помню, как на Nintendo, его когда подбираешь, дается всего 10 пузыриков. Здесь подбираешь один на первом уровне, и там 1500, наверное, пузырей в него заряжено. То есть, если здесь это, да. Если здесь это нормально, просто можно ведь сменить оружие легко. На Sega, я даже не помню, там то ли не менялось, то ли менялось через задницу. То есть, ну это пиздец просто, куда меня бонус закинул. Не, он автоматом просто эквипировался, по-моему. В этом была единственная проблема. Да. Но если понимаешь, если на Sega даже не менялось, можно было 10 этих отстрелять легко. То здесь ты 1500 не отстреляешь, если бы на Sega давали тоже 1500 пузырей, ты бы попал в такую жопу. Не, ну там я говорю, там можно было менять сюда, ну, просто кнопкой оружие. На Sega? Да, конечно, можно было. На Sega три кнопки, там прыжок этот и X, Y, Z там не использовались. Там, говорю, если менялось, только это через жопу. То ли мод, то ли зажимание. Там вверх, кнопки. По-моему, да, вверх что-то там. Ну да, там, ну это, знаешь, было не очевидно на самом деле. Ну, если только ничего не. Кто-то там воет, shift, какой, блядь, на Sega shift, там кнопка мод была, да. Моду, да, была. Который причем разбалтывался, разъебывался, блядь, через 5 минут. Да нет, я викингов играл с ним. Не, я имею в виду на этих, на джойстиках, которые были, это, не фирменные. То есть у меня были эти, из Германии, это, Mega Drive, кстати, вообще абсолютно без оригинальных ограничений, без всего. Вот, и джойстики были оригинальные, там они у меня прожили, пока просто физически не расхуячились полностью, это там это не отвалилось поставина. На стриме этого. Да ёпта, Metal Gear Solid. Хуй знает. Когда ты едешь на технике, у тебя бесконечное оружие, так всегда. Ну, ну вот, да, Golden Axe это вообще пизда. То есть это такой порт уровня Dark Souls. А, пока... тут еще и по миссиям, вон, ранг я получил. Там, по-моему, крестовина вообще не было, не использовалась крестовина. Кнопка, по-моему, X была идти вверх, А вниз, Z вперед, по-моему. Вот так как-то, на мод. А, на мод вперед. На Z вниз, назад, по-моему, так было. То есть вообще просто пизданутые. Да, и играли как-то. Блядь. Да, пиздец, и играли как-то, короче. Я вообще не представляю, какие наркоманы, ну, китайцы вообще, ну, пизданутые это сделали. Причем у меня был оригинальный, вот самый-самый оригинальный пад от этого от Sega, трехкнопочный еще. Ну, блять, и то же самое. Блять, на трехкнопочном, что ли, самый большой изворот, это в МК Ultimate пытаться играть с него, вот это полный пиздец. На, зависит. Заебись, попробуй сделать верхний удар, там, X или Z, нужно нажать... Бежать там. Да, старт и кнопку, это, блять, это пиздец. Блин, я вспомнил, блин, ты тут? Чувак, открыли концовки, видите? Когда анонсировали Ground Zeroes, там же всплывала какая-то инфа о фильме про Metal Gear, Metal Gear Solid. Да нет, вроде. Была инфа о том, что... Не, на официально там нет экранизации пока никакой. Нет, была типа официально конфирмата, что экранизация будет, короче. Потом анонсировали Ground Zeroes. Ну да, может в этом плане. Сейчас вот он на стриме там концовку заблочили опять, да, вот там все возмущаются. Вот, да, факин конфирмит Коджима. Поэтому хрен знает, не знаю. Может, это троллинг Кодзимы до сих пор? Казим сам сидит, короче, в этом Форчана, короче, и пишет, типа, что концовка на самом деле фильм там, типа. Да я бы не удивился. Специально обученная Казима. Да. На русском. Казима бои сидят и пишут. Ну, кстати, я бы не удивился, Казим уже это русофак, ой, русофак, да. Да какой он русофак? Рус. Лютый, он всякое говно русское смотрит, типа, фильмов. Да это не знаю, который нельзя фильм назвать-то. Ну и отдельно делал твит про русский язык. Наконец-то, блядь.
августом 11 или 8. Ну во всех частях у него там как минимум русская техника, там русские эти. Ну потому персонажи. Что сеттинг «Холодная война». Ну нет, ты чё, русофак он ещё тот, по России, по российским... Там уже у него постоянно да, злодеи. Да, кстати, это факт, в принципе. И он русский, блядь, там, судя по тому, как МГС-3 сделано, он там сам переводил эти названия. Яблоко молоко, блядь. Плюс Тоха русский человек, который, благодаря которому главная тема Metal Gear пропала. Давайте убьем Тоха. Время охуительных историй. Чё сделаем? Придут? Убьем да. Тоху. А как ты хочешь убить Тоху? Вижу спойлеры и пишу самое, что я тебя выбрасывал. Ты ему, короче, не знаю, правда, это... опять не слух, правда? А, вот скорми. Я не знаю, правильно, пирожок с бедроном. А, да, все коровы, короче. Оказалось, в конце спойлер такой, кстати. Все сон коровы, короче, было. Этот, как у Перри, да? Да, всё сон Дэвид Перри делал, да? Да. Вообще гениальная игра просто. А сейчас Перри, кстати, работает на Sony, на ГКМ. Все, кстати, ждали от него нового Джима, но вот как что-то не получилось. Мне вот, собственно, ты и нашел ответ на вопрос викторини, Чип, про коров. Ну, типа того. Ну, типа, кем бы еще червяк Джим был, если бы не был червяком Джимом? Получаешь, короче, ГКМ, у тебя главное это корова, что ты для тебя приезжает из экрана. Охуенно. Я бы кончил. Пирог, а что тут церемония закрытия стоит до 7 утра у тебя? Обнови, страницы там уже нет. А, все, окей. Церемония закрытия. Да. Я думал, что там будет больше интересного до Бонвейра, а там говно какое-то. Ну, ты пострим тот порно-сборник. Ты посмотри. Да хуйня там сборник твой, блядь, дичь. Все равно пострим. Шо нахуй? Там, где... Ща. Вон, порно народ требует. Пострим Бикот 3, пирог. На PS1? Вот, Battlefield 3, да? Окей, пострим еще. Бикот 3. Би-би-би-би-би. Battlefield, может? Не-не-не, Бико. Бикон? Бико же 2006 только было. Хотя ее на PlayStation-то не выходила, чисто чека-тайтл. Ага. А типа как Dark Souls, я помню, выходил еще до этого, до выхода Dark Souls. Там такая ВНка, короче, на RPG Maker Dark Souls. Ну, у меня даже ВНка по видео. Dark Souls лежит. Waifu Souls называется, там все персонажи под вайфу заделаны, типа, и ходу надроманится. Бля, кстати, отлично, вижу, смотрю сравнение, знаешь, на. Я тоже посмотрел, какая-то хуйня вообще.